15 лет он вступил добровольцем в Красную армию, а в 35 стал самым молодым членом советского правительства. В годы Великой Отечественной войны занимался эвакуацией промышленных предприятий и спасал жителей блокадного Ленинграда. В 60-е годы, возглавив Совет министров, превратил СССР в энергетическую сверхдержаву и почти на треть увеличил реальные доходы населения. Алексей Косыгин – один из забытых советских вождей, которого называли главным инженером страны и самым человечным из кремлевских владык. Алёша Косыгин родился 21 февраля 1904 года в Петербурге в семье токаря минно-торпедного завода «Леснар». Квалифицированным рабочим до революции платили неплохо. Зарплаты отца семейства хватало на то, чтобы содержать жену и троих детей. Правда, жила семья тесновато. На пятерых – одна комната в коммунальной квартире. А через 4 года Косыгиных стало четверо. Похоронив жену, Николай Ильич не стал вступать в новый брак. Николай Ильич отдал Алексея в коммерческое училище, аналог средней школы. Преподаватели поражались незаурядным способностям мальчика. Он сходу перемножал в уме пятизначные числа и извлекал квадратные корни. Отец прочил Алёше карьеру банковского служащего, для начала кассира, а когда-нибудь потом, возможно, даже управляющего. Октябрьская революция в одночасье изменила весь жизненный уклад. Большевики провозгласили власть рабочих и крестьян, пообещав им неограниченные возможности. Алёша Косыгин, как и его отец, без колебаний встал на сторону большевистской партии. В 15 лет, подобно многим своим сверстникам, он вступил добровольцем в Красную армию. Алёша мечтал о лихих боях с белогвардейцами и опасных приключениях. Но все оказалось куда прозаичнее. Его ждали суровые военные будни, рытье окопов и строительство полевых укреплений. Косыгин быстро убедился, что к армейской службе у него нет призвания. В марте 1921 года он демобилизовался. Гражданская война закончилась, началась мирная жизнь. И Косыгину предстояло найти в ней свое место. К тому моменту российская экономика была полностью разрушена. В Поволжье свирепствовал голод. Одно за другим разгорались крестьянские восстания. Народ был недоволен новой властью. Тогда советское руководство решило отменить запрет на частную торговлю. Началась эпоха НЭПа. НЭП – новая экономическая политика. Введена 14 марта 1921 года декретом 10-го съезда большевистской партии. Заключалась в допущении элементов рыночных отношений и рассматривалась как временная мера на пути к социализму. Главными целями НЭПа были стимуляция экономической активности населения, восстановление народного хозяйства, снижение социальной напряженности. Население огромной страны нуждалось в самых разных товарах – от мяса и масла до гвоздей или школьных тетрадей. Но государство не успевало заниматься ни производством, ни распределением всего необходимого. Эту задачу взяли на себя негосударственные предприятия – кооперативы. Гибкий и наделенный деловой хваткой Алексей Косыгин увидел, что для него открывается обширное поле деятельности –
1924 году он окончил кооперативный техникум и отправился в Сибирь, чтобы развернуть сеть потребительских магазинов. Дела шли хорошо. Он занимался закупками меха и сельхозпродукции и постоянно колесил по тайге, заглядывая в самые глухие уголки. Эта работа была связана с риском. Крестьяне поначалу не доверяли кооператорам. Считали, что те хотят их обмануть. Один из коллег Косыгина, оставшись на ночевку в сельском доме, утром уже не проснулся. Был отравлен хозяевами. А однажды в 40-градусный мороз за санями, на которых ехал Косыгин, увязалась стая волков. Косыгин со всей силы гнал лошадей, пока не убедился, что ушел от преследования. Эпоха НЭПа подарила предприимчивым людям возможность не только проявить свои таланты, но и разбогатеть. Молодой Алексей Косыгин не упустил своего шанса. С середины 19 века бассейн реки Лены славился своими золотыми приисками. После революции они были национализированы и вскоре стали убыточными. Большевикам не хватало опыта управления крупным бизнесом. Тогда они передали право на добычу золота британскому акционерному обществу «Лена Голдфилдс». С советской стороны работу совместного предприятия возглавил Косыгин. Он легко нашел общий язык с западными партнерами. В свои 23 года Косыгин – перспективный специалист, успешный предприниматель и еще завидный жених. Его избранницей стала Клавдия Андреевна Кривошеина. Венчаться не стали, просто расписались в Киренском ЗАГСе. Через год у молодоженов родилась дочь Людмила. Но вскоре стабильной жизни пришел конец. НЭП исчерпал свой потенциал для развития экономики. Смена курса прямым образом сказалась на судьбе сибирских кооператоров. Многие из них в прошлом входили в меньшевистскую и эсеровскую партии и теперь были объявлены врагами народа. В числе арестованных были коллеги и друзья Косыгина. Происходил настоящий разгром кооперативного движения. Все, чего Косыгин добился за последние годы, обесценилось. В 1930 году он вместе с семьей спешно покидает Сибирь. В родном Ленинграде Алексею Николаевичу предстоит встраиваться в новую реальность. По сути, начинать жизнь с нуля. Но он не унывает, не жалуется на судьбу и решает связать свое будущее с текстильной промышленностью. Как бы ни менялась государственная политика, народ всегда будет нуждаться в одежде и тканях. В 1935 году Косыгин оканчивает текстильный институт и становится мастером ткацко-красильной фабрики имени Желябова. Затем начальником смены. Его карьера быстро набирает обороты. Уже через два года Косыгин возглавляет предельно-ткацкую фабрику «Октябрьская». Он обеспечивает чистоту и порядок в цехах, высокие производственные показатели, образцовое ведение бухгалтерии. Молодой, энергичный директор необычайно популярен среди сотрудниц и находится на хорошем счету у городского руководства. Тем временем в стране происходят события, которые позже получат название «Большого террора». Большой террор – период активизации массовых репрессий в Советском Союзе, которые пришлись на 1937 и первую половину 1938 годов. За это время по обвинению в антисоветской деятельности было арестовано 1 миллион 300 тысяч человек. Около половины из них, более 681 тысячи, были приговорены к высшей мере наказания. Репрессиям подвергались целые категории граждан, в том числе партийная и государственная элита. На смену репрессированным руководителям во власть должны были прийти молодые люди – деловые и прагматичные, такие как Косыгин.
В 1938 году он занимает пост председателя исполкома Ленсовета. Прежний председатель Алексей Петровский расстрелян. Отныне в круг повседневных обязанностей Косыгина входят организация работы городского транспорта, строительство жилья, школ, магазинов, пунктов детского питания. А в Кремле внимательно присматриваются к новому главе ленинградского исполкома. 31 декабря 1938 года его срочно вызвали в столицу, без объяснения причин. Косыгин поспешил на вокзал. Выйдя из поезда, купил свежий выпуск газеты «Правда». И первым делом увидел свою фамилию. Указом Президиума Верховного Совета Алексей Николаевич Косыгин был назначен наркомом текстильной промышленности СССР. Всего за 5 лет Косыгин прошел путь от выпускника вуза до министра. До начала войны оставалось 2,5 года. Второго июня 1941 года немецкие войска перешли советскую границу. Под угрозой уничтожения оказались миллионы мирных жителей. Кроме того, неприятелю могли достаться сотни промышленных предприятий, которые должны были обеспечить обороноспособность страны. 24 июня, через 2 дня после немецкого вторжения, при советском правительстве был создан Совет по эвакуации. Его председателем назначили старого большевика Николая Шверника. Николай Михайлович не отличался крепким здоровьем, так что основная тяжесть работы пала на его заместителя, Алексея Косыгина. Он не ограничивался отдачей приказов и, часто рискуя жизнью, выезжал на фронт. Порой приходилось эвакуировать предприятия прямо из-под носа у немцев. Так что эшелоны с оборудованием уходили под обстрелом вражеской артиллерии. Так, например, было в Харькове. Военное руководство предлагало уничтожить танковые, турбинные и электромеханические заводы, чтобы они не достались противнику. Однако Косыгин настоял на вывозе заводов на Урал. Когда оборудование погрузили в вагоны, Косыгин отправился в Москву. Отъехав от города, он едва не попал под немецкий обстрел. За последние часы линия фронта подошла непосредственно к Харькову. Благодаря работе Совета по эвакуации, летом и осенью 1941 года из фронтовой зоны в восточные районы страны, Урал, Сибирь и Среднюю Азию, было перебазировано 2593 предприятия, эвакуировано свыше 18 миллионов человек. Из колхозов и совхозов было вывезено более 8,5 миллионов голов скота, большое количество зерна, продовольствия, семян. Это позволило сохранить промышленный потенциал Советского Союза и во многом обеспечило победу в Великой Отечественной войне. В декабре 1941 года Совет по эвакуации выполнил свою задачу и был расформирован. А в январе 1942-го Косыгин в качестве представителя Государственного комитета обороны вылетел в блокадный Ленинград. Положение горожан было критическим. К началу зимы практически все продовольственные запасы были исчерпаны. В городе не было воды, света, отопления. Смертность от голода и холода составляла до 8 тысяч человек в день. Уже на следующий день Косыгину открылся весь ужас того, что выпало на долю ленинградцев. Проходя по улице, он увидел 2 мальчиков. Они везли хоронить своего товарища.
Приглядевшись, Косыгин заметил, что у лежащего на санках мальчика дернулось веко. Тогда Алексей Николаевич взял ребенка на руки, и тот начал приходить в себя после голодного обморока. По распоряжению Косыгина мальчика накормили и вывезли из города. Поначалу население Ленинграда эвакуировали на кораблях, а в феврале заработала знаменитая «Дорога жизни». Благодаря этой ледовой дороге через Ладожское озеро удалось спасти множество жизней. Большую роль в ее открытии сыграл Алексей Косыгин. Он организовал пункты эвакуации и восстановил работу железнодорожной ветки, ведущей к западному берегу Ладоги. Предприятия, которые оставались в осажденном Ленинграде, остро нуждались в топливе. Весной 1942 года Государственный комитет обороны постановил к 20 июня провести трубопровод по дну Ладожского озера. На тот момент проект не имел аналогов в мире. Протяженность трубопровода составила 30 километров. В самой нижней точке труба прошла на глубине 13 метров под водой. Даже в мирное время осуществить работу такого масштаба за несколько недель казалось практически невозможным. А в военных условиях под вражескими бомбардировками и артобстрелами выполнение этой задачи было равносильно подвигу. Контроль над строительством был возложен на Алексея Косыгина. Он лично руководил всеми этапами работы, начиная от исследования озерного дна и заканчивая сваркой труб, их монтажом и прокладкой. В итоге трубопровод был сдан досрочно. С конца июня 1942 года в Ленинград ежедневно поступало до 300 тонн бензина и керосина, которые были так необходимы для выживания города. Алексей Николаевич не любил вспоминать о войне. Он вообще неохотно делился с окружающими своими чувствами. В военные годы, сталкиваясь со смертью и разрушением, Косыгин не давал воли переживаниям. День Победы Косыгин встретил в должности председателя Совета народных комиссаров РСФСР, то есть главы правительства Российской Республики. К тому времени Сталин уже подбирал себе будущего преемника. На короткое время Косыгин вошел в ближний круг Сталина и даже получил от него прозвище «Арифмометр». Алексей Николаевич, обладавший феноменальной памятью на числа, был незаменим, когда требовалось уточнить те или иные данные. Все это вызывало зависть давних сталинских приближенных, таких как Лаврентий Берия или Георгий Маленков. В верхних эшелонах власти процветали интриги и взаимное недоверие. Клавдия Андреевна предостерегала мужа. «Это не для тебя, Алеша. Это не твой мир». А он в ответ лишь качал головой. Но что он может поделать? Уйти в тень? Власть как таковая никогда не интересовала Косыгина, но именно она позволяла добиться значимых результатов. Вскоре Косыгин почувствовал, что над ним нависла угроза. В 1949 году началась серия судебных процессов, известная как «Ленинградское дело». Десятки партийных и государственных деятелей были обвинены в подготовке государственного переворота. Среди расстрелянных по этому делу были недавние сталинские выдвиженцы, председатель Госплана Николай Вознесенский и секретарь Центрального комитета партии Алексей Кузнецов. Жена Кузнецова была дальней родственницей Косыгина. Уже одно это было достаточным основанием для того, чтобы опасаться ареста. И действительно, в материалах ленинградского дела фамилия Косыгина неоднократно упоминалась. Из воспоминаний зятя Косыгина Джермена Михайловича Гвишани. «Каждое утро, уезжая на работу,
Обняв Клавдию Андреевну, расставаясь с нами, он говорил: «Прощайте», и напоминал о заранее обговоренных условиях, как нам быть, если с ним что-то случится. В один из выходных, находясь на даче, Косыгин сел в лодку, отплыл подальше, закинул удочку. Рядом с Косыгиным был его зять. Убедившись, что никто его не видит, достал пару каких-то свертков и бросил их в реку. Кроме них двоих, никто не знал, что находилось в свертках. С военного времени у Алексея Николаевича оставались два пистолета. В случае ареста наличие боевого оружия могло стать отягчающим обстоятельством. Следствию не составило бы труда обвинить Косыгина в подготовке покушения на жизнь Сталина. Такие случаи уже бывали. Несколько месяцев прошли в напряженном ожидании, но за Косыгиным так и не пришли. Вскоре, в перерыве одного из партийных съездов, Сталин похлопал его по плечу. «Ну как ты, Косыга? Ничего, ничего, еще поработаешь». Через полгода, в марте 1953-го, Сталин умер. К руководству страной пришли люди, которые не питали к Косыгину больших симпатий. И хотя Алексей Николаевич остался в правительстве, он на долгое время был отодвинут на второй план. Для коллег и подчиненных Косыгин всегда был закрытой книгой, сдержанный, суховатый, погруженный в себя. Даже в брежневские времена, когда нормой станет совсем другой стиль поведения, более легкий и компанейский, Косыгин не изменит своим правилам. Он будет держаться в стороне от шумных застолий с высшими лицами государства, предпочитая общение в семейном кругу. Зато дома, на своей территории, Алексей Николаевич преображался, становился открытым и общительным. Он бесконечно ценил жену, Клавдию Андреевну, гордился дочерью Людмилой, которая стала ученым-международником. Обязательно находил свободное время для внуков, Тани и Алеши. Любимое занятие – игра в лошадку. Встать на четвереньки и катать малышей на спине, пока те с радостными криками погоняют своего деда. Из воспоминаний дочери Косыгина Людмилы Алексеевны Гвишани. «Праздники мы всегда проводили с родителями. Никто не думал о разнице в возрасте. Ни родители, ни дети. А позднее и внуки. Всем было интересно и весело. В доме у нас царило полное равноправие, основанное на естественном уважении младших к старшим, но позволяющее высказывать свою, в том числе и критическую, точку зрения по любому вопросу. И в городской квартире Косыгиных, и на даче в Архангельском часто появлялись гости. В основном старые друзья. Те, с кем он провел молодость в Сибири и Ленинграде. А еще философы, ученые, писатели, композиторы. Среди них Михаил Шолохов, Арам Хачатурян и другие. В 1960 году Никита Хрущев назначил Косыгина своим первым заместителем в Совете министров. К тому времени в Советском Союзе остро назрела необходимость серьезных преобразований. С 30-х годов основой экономики оставались тяжелая индустрия и военно-промышленный сектор. Товаров широкого потребления по-прежнему не хватало. Уровень жизни был невысок, особенно при сравнении с западными странами. В перспективе это могло привести к массовому недовольству и самым непредсказуемым для власти последствиям. Хрущев выдвинул новый лозунг «Догнать и перегнать Америку» и пообещал, что через 20 лет советские люди будут жить при коммунизме.
Он начал активно вводить экономические инновации, ликвидировал отраслевые министерства, запретил колхозникам держать личный скот, внедрял посевы кукурузы, которая не приживалась в северном климате. Многие из хрущевских реформ доказали свою неэффективность и впоследствии были отменены. По мнению Алексея Косыгина, было необходимо устранить главную системную ошибку – отказаться от устаревших методов руководства, когда все решения принимает центральная власть. Косыгин пытался возражать Хрущеву, указывать на его просчеты. Однако тот крайне неохотно прислушивался к чужому мнению, а в своем первом заместителе видел всего лишь квалифицированного исполнителя. Когда осенью 1964 года в высшем партийном руководстве сложился заговор против Хрущева, Косыгин не входил в число его главных участников. Однако он без колебаний поддержал смещение первого лица государства. Теперь у Косыгина появился шанс воплотить собственные идеи по модернизации социалистической экономики. Идеи, которую он вынашивал уже несколько лет. Из воспоминаний советского партийного деятеля Николая Григорьевича Егорычева. Алексей Николаевич не мог сдержать своих чувств. Я никогда раньше не видел его таким возбужденным, точнее, в столь приподнятом настроении. Это был искренний всплеск эмоций человека, который более четверти века вынужден был подчиняться чужой воле, создавая о себе мнение, как о технократе, далеком от политики. После отставки Хрущева в стране был провозглашен принцип коллективного руководства. Партию возглавил Леонид Брежнев. Косыгин же стал председателем Совета министров, главой советского правительства. Наступило время масштабных экономических преобразований. В народе они получили название «Косыгинской реформы». Так называемая «Косыгинская реформа» начала проводиться в 1965 году. Ее смысл заключался в том, чтобы избавить предприятия от диктата плановой экономики и дать им хозяйственную свободу. Рабочие коллективы наделялись правом самостоятельно определять ассортимент своей продукции, то есть выпускать лишь те товары, которые пользуются реальным спросом. Предприятия после выполнения обязательных плановых поставок могли по своему усмотрению распоряжаться частью полученной прибыли, вкладывать ее в развитие производства, в строительство жилья для сотрудников или выплачивать в виде премий. По сути, это означало введение элементов рыночной экономики, что противоречило устоявшимся идеологическим догмам. Косыгин прекрасно понимал, голодный человек советской власти не союзник. Чтобы в корне подавить саму возможность социального протеста, необходимо повысить качество жизни в стране. А для этого нужно развивать все отрасли, в том числе сферу услуг, культуру, образование, медицину. Но прежде всего заполнить магазины товарами. При Косыгине начинается массовое производство телевизоров, радиоприемников, холодильников, стиральных машин. Растет выпуск одежды из синтетических тканей, таких как капрон и нейлон. В Тольятти по контракту с итальянским «Фиатом» идет строительство Волжского автозавода. Появляется легендарная «Копейка» — автомобиль ВАЗ-2101. Растут зарплаты, строится новое жилье. Получают распространение потребительские кредиты. В 1967 году вводится второй выходной. И это тоже заслуга Косыгина. Восьмая пятилетка, которая прошла под знаком Косыгинской реформы, стала самой успешной в послевоенной советской истории. По итогам восьмой пятилетки, которая продолжалась с 1966 по 1970 годы, национальный доход вырос на 186%. Производство предметов широкого потребления на 203%, розничный товарооборот на 198%. В
фонд заработной платы на 220%. Наши цели и практические действия проникнуты и заботой об укреплении мира, о благе человека труда. Как ничто другое говорят о высоком гуманизме политики Коммунистической партии и советского правительства. После того, как Косыгин возглавил Совет министров, на него легла новая обязанность – представлять страну за рубежом. Занимаясь международными делами, Алексей Николаевич быстро входил в курс дела, вел успешные переговоры, умел находить убедительные аргументы. Ваша борьба встречает самый горячий отклик и чувство солидарности у советских людей. Первой дипломатической победой Косыгина стало примирение двух враждующих государств – Индии и Пакистана. Благодаря вмешательству Алексея Николаевича в январе 1966 года лидеры этих стран подписали декларацию о прекращении огня. Впоследствии Косыгин неоднократно выступал на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН, обсуждал вопросы ядерного разоружения с американским президентом Линдоном Джонсоном. Встречался с премьер-министром Канады Пьером Элиотом Трюдо, французским президентом Шарлем де Голлем, бывал на приеме у британской королевы Елизаветы II. Крупнейшие западные политики видели в Косыгине достойного партнера. За границей Алексей Николаевич проявлял живой интерес ко всему, что видел. С любопытством пробовал непривычную еду. И обязательно выходил из машины, чтобы пройтись по городу, в котором ему довелось оказаться, будь это Нью-Йорк, Париж или египетская Александрия. Косыгин непременно хотел подробно осмотреть дома и витрины, в прямом смысле слова потрогать все своими руками. Однажды это привело к неприятному инциденту. Когда Алексей Николаевич прогуливался по Оттаве, канадской столице, он едва не стал жертвой покушения со стороны венгерского иммигранта, который выступал против советской политики в Восточной Европе. Из толпы вынырнул человек в черном, бросился на Косыгина и попытался повалить его на землю. Охранники немедленно отреагировали и оттащили советского премьера к автомобилю. А тот, осмотрев свой пиджак, только покачал головой. Надо же, пуговицу оторвал. Первым из советских лидеров Косыгин начал брать в заграничные поездки супругу. Интеллигентная, владеющая двумя иностранными языками, она производила неизменный фурор. Но вскоре о зарубежных визитах пришлось забыть. В сентябре 1966 года у Клавдии Андреевны обнаружили рак. Прогнозы врачей были неутешительными. Алексей Николаевич каждый вечер приезжал в больницу и оставался ночевать в соседней палате. Так продолжалось несколько месяцев. Накануне 1 мая 1967 года Клавдия Андреевна почувствовала себя хуже, чем обычно. Все родственники были рядом. Все, кроме мужа. В тот день, когда страна отмечала День весны и труда, Алексей Косыгин вместе с другими членами Политбюро стоял на трибуне Мавзолея. По его виду, как обычно сдержанному, никто не мог бы догадаться о переполнявших его чувствах. Только после того, как закончилась демонстрация, Алексею Николаевичу сообщили: его жена скончалась. Он помчался в больницу, а потом весь вечер ходил кругами вокруг дачи в Архангельском. Пытался успокоиться, но не мог. Ему все напоминало о жене.
Из воспоминаний советского разведчика Вадима Алексеевича Кирпиченко. Однажды Алексей Николаевич заговорил о том, что несколько лет назад потерял жену, что она была очень образованной и доброй женщиной, настоящим другом. Я вдруг почувствовал, что он очень одинок, что ему надо выговориться, что не вмоготу хранить в себе свои тяжелые мысли. А тем временем Косыгинская реформа продолжалась. Она всколыхнула советское общество. В самом воздухе носилось предчувствие чего-то нового и радостного. В прессе и вузовских аудиториях взахлеб велись дискуссии о новых методах управления народным хозяйством. Свободно мыслящие экономисты с хорошим математическим образованием стали настоящими героями эпохи. Однако в среде партийной бюрократии росло недовольство переменами. Люди, привыкшие к административно-командным методам руководства, понимали, в новой экономической ситуации они становятся лишним звеном. Вскоре у противников реформы появился сильный аргумент. В январе 1968 года первым секретарем ЦК Чехословацкой коммунистической партии был избран Александр Дубчик. Он объявил о создании социализма с человеческим лицом и взял курс на либерализацию экономики. События тех дней назвали «Пражской весной». «Пражская весна» — период обновления в экономической, политической и культурной жизни Чехословакии. Продолжался с января по август 1968 года. Реформы, которые проводились лидером правящей коммунистической партии Александром Дубчиком, были направлены на расширение прав и свобод граждан. В ходе «Пражской весны» был ослаблен государственный контроль над средствами массовой информации. Благодаря отмене цензурных ограничений в прессе развернулись острые дискуссии о дальнейших путях развития страны. Недовольство коммунистическим правлением принимало радикальные формы. На центральных площадях Праги появлялись толпы с антисоветскими и откровенно русофобскими лозунгами. То, что происходило в Чехословакии, в перспективе могло привести к ее выходу из социалистического блока. В ночь с 20 на 21 августа в Чехословакию вошли войска стран Варшавского договора. Более 250 тысяч солдат и офицеров и около 5 тысяч танков. Пражская весна была подавлена. Но кто мог гарантировать, что подобный сценарий не повторится в Советском Союзе? Что, если народ, получивший экономическую свободу, потребует изменения политического строя? Со временем в положениях Косыгинской реформы обнаружились серьезные изъяны. Сочетание планового и рыночного принципов оказалось менее эффективным, чем казалось вначале. Хотя доходы населения росли, реальная производительность труда при этом зачастую падала. Это вело к скрытой инфляции и появлению новой волны дефицита. С прилавков магазинов начали исчезать дешевые товары народного потребления, например, ситцевые и сатиновые ткани. Производить их предприятиям было невыгодно. Хотя никто официально не отменял положение Косыгинской реформы, их начинают дополнять многочисленными инструкциями и разъяснениями. Все они направлены на сохранение государственного контроля над экономикой. К концу 60-х годов преобразования постепенно сворачиваются. А перед Косыгиным уже открывался огромный фронт новой работы. В 20 веке главным экономическим ресурсом стала нефть. Советское правительство вкладывало серьезные средства в поиск новых месторождений. Косыгин лично курировал геолого-разведочные работы. Во второй половине 60-х они привели к открытию гигантских залежей нефти и газа в Западной Сибири. Thank you.
На одном только Самотлорском месторождении каждая пробуренная скважина давала до 300 тонн нефти в сутки. Журнал Business Week сообщал: новые открытия делают Советский Союз нацией номер один по разведанным запасам. Но для того, чтобы использовать эти природные богатства, в Сибири требовалось едва ли не с нуля создать целую отрасль экономики – нефтегазовый комплекс, построить буровые и трубопроводы, разработать и ввести в эксплуатацию современные технологии добычи. Вскоре произошло событие, которое привело к колоссальным последствиям. Мировые цены на нефть подскочили в несколько раз. Подорожание нефти произошло после так называемой «войны судного дня», в которой Израиль одержал победу над Египтом и Сирией. Вслед за этим арабские страны прекратили поставки нефти западным государствам, поддержавшим в этом военном конфликте Израиль. В результате в 1974 году стоимость нефти выросла с $3 за баррель до 12. К 1980 году баррель нефти стоил уже $37. В советскую экономику хлынул валютный поток – до 16 миллиардов долларов ежегодно. В 1970 году экспорт нефти и газа составлял 15,6% от общего объема советского экспорта. К 1987 году это число возросло до 46,5%. Нефтедоллары шли на закупку продовольствия и других потребительских товаров. Мы живем в замечательное время. В стране создан такой мощный экономический потенциал, который позволяет держать на должной высоте обороноспособность нашего государства и в то же время из года в год поднимать уровень жизни народа. На заседаниях Политбюро Косыгин доказывал, экспорт природных ресурсов не решит всех проблем. Нужно продолжать реформы и развивать все сферы промышленности. Но партийное руководство не прислушалось к доводам Косыгина. Победило мнение, что вкладывать деньги в добычу сырья выгоднее, чем развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения и других наукоемких производств. Из воспоминаний председателя правительства Чехословакии Любомира Штроугала. Косыгин, такой, казалось мне, сдержанный человек, вдруг небывало остро для него раскритиковал отношение к экономической реформе. «Ничего не осталось», — горько сказал он. «Все рухнуло. Все работы остановлены». Даже в эти годы, когда рушилось дело его жизни, Косыгин не потерял интереса к работе. Он ощущал личную ответственность за все, что происходит в экономике страны. Ежедневного внимания председателя правительства требовали сотни вопросов. От проблем разработки алмазных залежей Якутии до улучшения обслуживания в кафе и рабочих столовых. Вырабатывая конкретное решение, Косыгин всегда учитывал мнение специалистов и был внимателен к любым замечаниям, от кого бы они ни исходили. Его любимое выражение «Неужели у нас сообразиловки не хватит решить эту проблему?» При этом он не принимал никакой приблизительности. Николай Голдин, один из советских министров, говорил: «К докладу на заседании, которое ведет Алексей Николаевич, я готовлюсь как к защите диссертации». Демократизм Косыгина вошел в легенды. Он регулярно выезжал на предприятия и встречался с трудовыми коллективами, что вызывало недовольство Брежнева. Ищет, дескать, дешевой популярности. Даже на отдыхе в Пицунде Алексей Николаевич останавливался в общем корпусе санатория, чтобы пообщаться с обычными отпускниками. В отличие от многих советских руководителей, Косыгин всю жизнь держал себя в тонусе. На завтрак стандартный набор – творог, овсяная каша и чай из самовара. Минимум алкоголя по праздникам. И неизменная страсть – спорт. Зимой он ходил на лыжах, летом бегал на длинные дистанции. Во время отпуска совершал горные походы. Был заядлым рыболовом. По выходным играл в волейбол и городки. В
Все это позволило Косыгину даже в пожилом возрасте оставаться подтянутым. В июле 76-го, после обеда, Алексей Николаевич сел в лодку и с удовольствием оттолкнул весла. Погода была теплая и тихая. Ничто не предвещало беды. Неожиданно, отплыв 200 метров от берега, Косыгин покачнулся, завалился на бок. Увидев это, двое охранников вплавь пустились на помощь. Несколько минут он не приходил в сознание. Как объяснили врачи, в мозгу лопнул сосуд. Позже, в беседе с другом, председателем Госплана Николаем Байбаковым, Косыгин сказал, что побывал тогда на том свете. И добавил: «Там очень неуютно». Во второй половине 70-х Алексей Николаевич все сильнее ощущал холодок за своей спиной. Другие члены Политбюро недолюбливали его за прямоту и принципиальность. Косыгин стал единственным из высшего руководства страны, кто выступил против ввода советских войск в Афганистан. С самого начала не поддерживал идею поворота северных рек, понимая, что это приведет к непредсказуемым последствиям для экологии. Отказывался повышать потребительские цены на бензин. Первый заместитель Косыгина Николай Тихонов явно метил на его место. Тихонов пользовался любым удобным случаем, чтобы посеять у Брежнева недоверие к своему шефу. Но генеральный секретарь не спешил отказываться от Косыгина, человека, на чьих плечах держалось здание советской экономики. Последней из возложенных на него крупных задач стала подготовка к летним Олимпийским играм 1980 года. За 5 лет до начала Олимпиады в стране развернулось бурное строительство, которое курировал Алексей Косыгин. В Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Таллине было построено с нуля или реконструировано около 100 объектов. Именно тогда появились спорткомплекс «Олимпийский», дворец спорта «Динамо», гостиница «Космос», второй терминал аэропорта «Шереметьево». Подготовка Олимпиады потребовала от Косыгина крайнего напряжения сил. Уже после того, как в небо улетел олимпийский мишка, и зарубежные гости разъехались по домам, у Алексея Николаевича случился инфаркт. Когда он начал приходить в себя, раздался телефонный звонок. Секретарь ЦК Константин Черненко без долгих предисловий сказал: «Есть мнение, что вам надо подать в отставку». Алексей Николаевич не стал возражать, лишь сухо уточнил, почему ему звонит не Брежнев. «Он тоже болеет», — ответил Черненко. В тот же день Косыгин написал письмо в ЦК с просьбой освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья. В письме содержалось политическое завещание Косыгина. Он говорил о том, что необходимо омолодить руководство страны. Но в опубликованной версии этих слов не осталось. Помощники Брежнева их вычеркнули. Совет министров возглавил 75-летний Николай Тихонов. А спустя 2 месяца, в декабре 80-го, прямо во время больничного обхода, у Косыгина остановилось сердце. Врачи немедленно приступили к реанимации. Однако на этот раз не смогли вытащить Алексея Николаевича с того света. На прощание с телом бывшего председателя Совета министров было отведено 4 часа. Но к Центральному дому Советской армии, заполонив соседние улицы, стекались десятки тысяч москвичей. Тогда организаторы продлили прощание еще на 4 часа, а люди все приходили и приходили. С тех пор прошло несколько десятилетий. К концу 80-х плановая экономика, в том виде, в котором она существовала после сворачивания Косыгинской реформы,
окончательно доказала свою неэффективность. Вскоре распался Советский Союз. Выросли новые поколения, которые знают о социализме из фильмов и книг. Но для тех, кто еще помнит Алексея Косыгина, он остался, пожалуй, самым любимым из всех советских вождей. Честным и мудрым руководителем, который прилагал все силы, чтобы развернуть громоздкую социалистическую экономику в сторону человека. Он вырос в простой армянской семье. Грамоте его обучил сельский монах. А в 10 лет он стал семинаристом. Но врожденное чувство справедливости привело его в революцию. Он стал единственным советским руководителем, который начал государственную деятельность еще при Ленине, а закончил в брежневскую эпоху. У нас величайшие победы на фронте хозяйственного строительства. У нас приказ вооруженной Красной Армии. Анастас Микоян. В 30-е годы он создал советскую пищевую промышленность. Во время Великой Отечественной войны организовывал снабжение Красной Армии. Заслужил на Западе репутацию наилучшего бизнесмена социализма, а после урегулирования ядерного конфликта был назван величайшим дипломатом 20 века. На севере Армении, в горном ущелье, приютилась глухая деревушка Санаим. Чистейший до прозрачности воздух, густые леса, обширные пастбища. А неподалеку древний монастырь с тысячелетней историей. 13 ноября 1895 года здесь, в Санаине, в семье плотника Аванеса Микояна и его жены Тамары родился второй сын. В крещении он получил имя Анастас. Семья жила бедно, тем, что давало домашнее хозяйство. Сами ткали, сами шили себе одежду и обувь, держали двух коз. Когда Анастас немного подрос, отец поручил ему их пасти. Уследить за козами, которые бегали по каменистым склонам, было непросто. Мальчик возвращался домой со стертыми в кровь ногами, но родители никогда не слышали от него жалоб. А в свободное время Анастас вместе с другими ребятами ходил играть в монастырский двор. Однажды он увидел монаха, который склонился над книгой. Монах заметил в глазах мальчика интерес и предложил научить его грамоте. Благодаря упорству и усидчивости Анастас через несколько месяцев свободно читал и писал по-армянски. Он мечтал продолжить учебу. В то время армяне могли получить бесплатное образование только в одном месте – в духовной семинарии, которая находилась в Тифлисе. В 10 лет Анастас Микоян успешно сдал приемные экзамены и стал семинаристом. Здесь, в Тифлисе, он открыл для себя мир книг. Микоян читал взахлеб, выучил русский и немецкий языки. Вскоре в его руки попали сочинения русских революционных демократов – Писарева, Добролюбова, Чернышевского.
Они полностью перевернули сознание подростка. Выросший в бедности, Анастас начал мечтать о мире, в котором все люди будут обладать равными правами и возможностями. И даже создал в семинарии тайный кружок, где обсуждал с товарищами социалистическую литературу. Он решил, как бы в дальнейшем ни сложилась его судьба, он всегда будет бороться за справедливость. Тем временем началась Первая мировая война. Она охватила Европу, Ближний Восток, Африку. На Кавказском фронте шли бои с Турцией. В то время в Османской империи проживало большое количество армян. Многие из них были лишены основных гражданских прав и подвергались дискриминации по национальному и религиозному признакам. В этой ситуации Анастас Микоян не считал для себя возможным сидеть в тылу. Вместе с группой друзей-семинаристов он записался в армию добровольцем и отправился на турецкий фронт. Он принял участие в двух ожесточенных сражениях. Однако вскоре заболел малярией и попал в госпиталь. К этому моменту турецкие власти развернули крупномасштабные репрессии против армянского населения. В ходе Первой мировой войны на территории Османской империи начался процесс уничтожения христианского этнического армянского населения. Репрессивным действиям подвергались представители армянской интеллигенции, солдаты, призванные на службу в турецкую армию, а также мирные жители. Территория страны покрылась концлагерями, а массовые депортации армян сопровождались многочисленными жертвами. За 3 года войны было уничтожено, по разным оценкам, от 800 тысяч до 1,5 миллиона человек. Абсолютное большинство армян на территории Османской империи. По результатам войны эти действия были названы преступлением против человечества. Позже международное сообщество расценило их как осознанный геноцид армянского народа. Часть турецких армян удалось спасти благодаря вмешательству российской армии и гуманитарных организаций. Первая мировая война принимала затяжной характер. Ленин, лидер большевиков, призывал к революции. Он утверждал, что только таким способом можно прекратить эту бессмысленную бойню. В ленинских статьях Микоян нашел выражение своих взглядов и устремлений. Он решил, что не вернется на фронт, и вступил в РСДРП. О своей матери заявил: «Большевики — это моя вера, такая же, как для тебя христианство». Однако мысли юноши занимала не только классовая борьба. Еще в детстве, переехав в Тифлис на учебу, он поселился в семье своей двоюродной тетки Виргинии Туманян. Ее дочка Ашхен была на год младше Анастаса. Вскоре он понял, что влюбился. По армянским обычаям браки между троюродными братьями и сестрами были запрещены. Но Микояна останавливало даже не это. Он боялся, что, признавшись Ашхен первым, получит отказ. Из воспоминаний Анастаса Микояна. 4 года я не осмеливался признаться ей в своем чувстве. Вел себя строго и отчужденно. Однако в 1917 году, летом, я не выдержал и объяснился Ашхен в любви. Она сказала, что и сама давно любит меня, только всегда поражалась моему черствому, сухому отношению к ней. В те дни Россия бурлила в ожидании перемен. В ходе февральской революции император Николай II отрекся от престола. Многочисленные партии – большевики, кадеты, эсеры, меньшевики и другие – развернули борьбу за влияние на массы. Предчувствие гражданской войны носилось в воздухе. Микоян по заданию большевистского комитета готовился к отъезду в Баку, главный промышленный центр Закавказья.
Он попросил Ашхен отложить женитьбу. Не стоит связывать жизнь с человеком, который в любой момент может погибнуть. Девушка согласилась подождать. Приехав в Баку, Анастас Микоян сразу попал в гущу событий. По заданию партии он день за днем разъезжал по нефтяным промыслам и агитировал рабочих. Его пылкость и дар убеждения оказали свое действие. Влияние большевиков постепенно усиливалось. В апреле 1918 года в Баку при поддержке значительной части населения было сформировано большевистское правительство – Совет народных комиссаров, сокращенно Совнарком. Возглавил этот орган Степан Шаумян. Шаумян Степан Георгиевич – революционер, журналист, литературный критик, соратник Ленина. Окончил философский факультет Берлинского университета. В 1918 году провозгласил Бакинскую коммуну – форму правления, при которой власть напрямую принадлежит рабочим. Исполнительным органом коммуны стал Бакинский совнарком. Знакомство с умным и волевым Шаумяном произвело на Микояна огромное впечатление. Несколько месяцев он даже носил стрижку под Шаумяна. Открытый лоб и зачесанные назад густые волосы. А тем временем в Закавказье продолжалась война. Турецкая армия пыталась прорваться к бакинским нефтяным месторождениям. Над правительством большевиков нависла угроза. Микоян отправился комиссаром на фронт. Как и 4 года назад, он сражался против турок, теперь уже в составе Красной армии. А в моменты затишья общался с солдатами и поднимал их боевой дух. Однако силы были неравны. К июлю 1918 года турецкие войска подошли к ближайшим предместьям Баку. Меньшевики и эсеры обвиняли в военных поражениях комиссаров, членов бакинского совнаркома во главе с Шаумяном. Власть в Баку сменилась, комиссары были арестованы. Микоян понимал, когда турки ворвутся в город, они устроят расправу над сидящими в тюрьме комиссарами. Он не мог допустить гибели своих друзей и единомышленников и решил спасти их, чего бы это ни стоило. Микоян организовал боевой отряд, вооружил его револьверами и гранатами, угрожал новым властям террором, если те срочно не выпустят Шаумяна и других большевиков. Угрозы подействовали. Ночью 14 сентября бакинские комиссары вышли на свободу. Под грохот артиллерийских орудий и свист пуль Микоян вывел своих товарищей к набережной и сел вместе с ними на отплывающий пароход. Казалось, все волнения остались позади. Однако экипаж парохода состоял из противников большевиков. Судовой комитет отказался плыть в советскую Астрахань. Корабль взял курс на Красноводск, город, где власть принадлежала меньшевикам и эсерам. Сразу по прибытии все находившиеся на борту коммунисты, в том числе Микоян, были арестованы. От общей группы отделили 26 человек, включая Степана Шаумяна и других комиссаров. Было объявлено, что их повезут в Ашхабад, где состоится суд. Микояна и еще нескольких большевиков оставили в красноводской тюрьме. Лишь через месяц они узнали о том, что случилось с их товарищами. Экстренный поезд, не добравшись до Ашхабада, остановился на 207-й версте. Арестантов вывели из поезда. Их расстреляли тут же, без суда, среди туркменских песков. В историю это трагическое событие вошло как расстрел 26 бакинских комиссаров. Анастасу Микояну предстояло провести в тюрьме несколько месяцев. Он был освобожден в феврале 1919 года, после окончания Первой мировой войны. Тем временем в России гражданская война шла на спад. Большевикам удалось удержать в своих руках контроль над большей частью страны.
Однако на местах не хватало кадров, которым руководители молодого советского государства могли бы полностью доверять. Микоян, которого к тому моменту неплохо знали и Ленин, и Сталин, был одним из таких людей. В сентябре 1920 года он получил свое первое партийное назначение и стал секретарем Нижегородского губернского комитета РКПБ. Из воспоминаний Анастаса Микояна. Решение ЦК о переводе в Нижний Новгород было как гром среди ясного неба. Надо было ехать в новый незнакомый край, о котором я имел тогда лишь самые общие понятия. Я вышел на привокзальную площадь. Спрашиваю, где находится губком. Говорят, в Кремле. И я направился по мощенной булыжником улице навстречу своей новой жизни. Члены Нижегородского губкома встретили Микояна настороженно. Поначалу его попросту игнорировали. Затем, чтобы проверить, на что он способен, начали взваливать одну обязанность за другой. Микоян не отказывался, понимая, что только таким способом может завоевать авторитет. Он одновременно руководил финансовым, продовольственным, земельным, лесозаготовительным, топливным, агитационно-пропагандистским и национальным отделами губкома. А кроме того, губернской газетой и союзом молодежи. Казалось, обычный человек не способен справиться с таким объемом работы. Но Микоян демонстрировал колоссальную трудоспособность. В результате ему удалось заслужить всеобщее уважение. Одной из проблем поначалу был его сильный кавказский акцент. Как-то, выступая на Сормовском заводе, Микоян услышал из зала. «Хорошо, — говорит человек, — зажигательно. Жаль только, что не по-русски». После этого случая Микоян начал упорно работать над своим произношением. От акцента он полностью не избавился, но трудностей с пониманием больше не возникало. Через месяц после приезда, получив отдельную комнату, Микоян написал Ашхен письмо. Она приехала и осталась. В те годы в Советской России еще не было общепринятых правил регистрации браков. Молодые люди просто объявили родным и знакомым, что теперь они муж и жена. Они проживут в мире и любви 40 лет, родят 5 детей, но так и не вступят в официальный брак, считая это пустой формальностью. К своим 27 годам Анастас Микоян успел побывать на войне, пройти через тюрьму и подполье, научился работать в мирных условиях. Теперь ему предстояло доказать, что он способен руководить огромным краем. Летом 1922 года Микоян покидал Нижний Новгород, город, в котором провел 2 и который успел полюбить. Он отправлялся на Северный Кавказ. Северо-Кавказский край существовал как отдельная административная единица до 1937 года. Его территория с населением более 8 миллионов человек в разное время включала Дагестан, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Адыгею, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, а также традиционные казачьи губернии – Кубанскую, Терскую и войско Донского, Ставропольскую и Черноморскую. В начале 20-х годов в этом регионе сложилась крайне непростая обстановка. Многие местные жители враждебно встретили советскую власть и в ходе гражданской войны сражались на стороне белогвардейцев. В 1922 году, когда Микоян прибыл в Ростов-на-Дону, столицу края, в горах еще скрывались вооруженные отряды. А на городских улицах среди разрушенных взрывами домов бродили стайки беспризорников.
крае, который всегда считался житницей страны, после гражданской войны свирепствовал голод. Чтобы восстановить хозяйство, нужно было привлечь горские народы и казаков, которые издавна населяли эти земли, на сторону большевиков. Микоян понимал, жесткими мерами можно добиться лишь обратного результата. Тогда он выбрал политику компромиссов. Он, первый секретарь Краевого комитета партии, выезжал в казачьи станицы и горные аулы, чтобы лично убедить несогласных. Советская власть позаботится о них лучше царской. Микоян разрешил сохранить элементы традиционного быта, начиная от станичного самоуправления и заканчивая разрешением на ношение холодного оружия. Выступал против разрушения церквей и мечетей. Не позволял чиновникам нарушать права богатых крестьян и крупных торговцев. А вместо того, чтобы попытаться силой подавить антисоветское движение, объявил партизанам амнистию. Все эти меры позволили стабилизировать обстановку. Вскоре Северный Кавказ вернул себе положение богатейшего сельскохозяйственного региона. Микоян прочно обосновался в Ростове. Вместе со Шхен растил сыновей. За 4 года их родилось 3. Перевез к себе из Армении мать и младшего брата Артема. Однако вскоре в судьбе Микояна, как и в жизни всей страны, произошел новый крутой поворот. Во второй половине 20-х годов был взят курс на ускоренную индустриализацию. СССР нуждался в закупках иностранных технологий, станков, оборудования. Эта задача ложилась на наркомат внешней и внутренней торговли. Сталин хотел, чтобы это ведомство возглавил Микоян, который был его соратником и единомышленником. Однако тот повел себя самым невероятным образом. Микоян наотрез отказывался переезжать в столицу. Он считал, что не справится с порученным делом. Сталин слал ему телеграмму за телеграммой. Уговаривал, обещал поддержку. Тот стоял на своем. Обмен посланиями продолжался целый месяц. В конце концов, приказ о назначении Микояна на пост наркома внешней и внутренней торговли был опубликован в печати. После этого Анастасу Ивановичу не оставалось ничего другого, как подчиниться партийной дисциплине. Микоян работал на износ, приходил домой только под утро, а Шхен молча ставила разогретый ужин. Она понимала, что у мужа не оставалось сил на разговоры. Из письма Николая Ивановича Бухарина Иосифу Виссарионовичу Сталину. «Коба, Микоян ужасно выглядит. Мне даже шоферы говорят, что он так работает, что помрет. Его нужно заставлять периодически отдыхать. Мы его можем потерять совершенно неожиданно». Но эти слова были всего лишь благим пожеланием. На рубеже 30-х годов вся страна работала без передышки. В ускоренном темпе возводились металлургические и машиностроительные заводы, электростанции, прокладывались новые железные дороги. Эти гигантские проекты требовали все новых капиталовложений. Однако деньги, которые советский Госбанк вводил в обращение, не были обеспечены товарами. В результате советский рубль начал обесцениваться. Из магазинов пропали продукты, была введена карточная система. Продовольственная проблема стояла так остро, что для ее решения было создано целое ведомство – наркомат снабжения. И возглавил его Микоян. Чтобы накормить страну, ему предстояло практически с нуля создать советскую пищевую промышленность. Одна из первых инициатив Микояна – строительство современных мясокомбинатов. На столах жителей СССР появились колбасы, ветчины, сосиски.
А московский мясокомбинат, так же, как и многие другие пищевые предприятия, был назван его именем. Микоян внедрил производство консервов, сахара, конфет, шоколада, майонеза, витаминов. Под его контролем на основе технологии знаменитых голландских сыроделов были созданы советские сорта сыра – пошехонский, угличский и множество других. Чтобы наполнить магазины товарами и отменить карточную систему, потребовалось 5 лет напряженной работы. 17 ноября 1935 года на первом всесоюзном совещании стахановцев Сталин произнес знаменитую фразу. Жить стало лучше. Жить стало веселее. К 1936 году в СССР было введено в эксплуатацию 17 крупных мясокомбинатов, 10 сахарных заводов, 41 консервный завод, 9 кондитерских фабрик, 33 молочных, 178 хлебозаводов, 22 чайные фабрики и множество других пищевых предприятий. Советский Союз вышел на первое место в мире по производству свекловичного сахара, на второе, после Японии, по добыче рыбы. Микоян работал с большой любовью к делу. Он вникал в мельчайшие детали, утверждал эскизы этикеток для банок сгущенного молока, лично контролировал ассортимент и рецептуру колбас и прислушивался к мнению коллег. Однажды председатель Совета народных комиссаров Вячеслав Молотов сказал, что качество обсыпных подушечек, так назывался сорт конфет, оставляет желать лучшего. Микоян попробовал, согласился и дал указание изменить состав ингредиентов. У нас величайшие победы на фронте хозяйственного строительства. У нас прекрасно вооруженная Красная Армия. И партия монолитная, единая. А вперед, собирая вокруг себя все больше и больше народные массы города и деревни. Летом 1936 года с целью изучения американского опыта Микоян совершил 2-месячную поездку по Соединенным Штатам. Многое из того, что он там увидел, удалось перенести на советскую почву. Именно в те годы началось массовое производство мороженого, соков, лимонадов, готовых котлет и других полуфабрикатов. В столовых и кафетериях было введено самообслуживание. На улицах появилась стихотворная реклама «А я ем повидло и джем» или «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы». Другим нововведением стало советское шампанское. Именно в 30-е годы возникла традиция при встрече Нового года ставить на праздничный стол бутылку игристого вина. А в 1939 году вышла первая советская кулинарная книга. Первоначально она должна была называться «Книгой о здоровой и полезной пище». Но Микоян настоял на смене названия. Советские люди должны питаться не только полезными, но и вкусными блюдами. Книга о вкусной и здоровой пище с красочными иллюстрациями и цитатами из выступлений Микояна и Сталина сразу стала бестселлером. Ее общий тираж составил более 8 миллионов экземпляров. Из книги о вкусной и здоровой пище. Я как-то сказал товарищу Сталину, что хочу раздуть производство сосисок. Товарищ Сталин одобрил это решение, заметив при этом, что в Америке фабриканты сосисок разбогатели от этого дела. Миллионерами, сосисочными королями стали. Конечно, товарищи, нам королей не надо, но сосиски делать надо вовсю. Анастас Иванович Микоян. Сам Анастас Иванович не был гурманом. Любым деликатесом он предпочитал спаржу, овечий сыр и кавказский кисломолочный напиток мацони, закваску для которого специально заказывал в Армении.
Особым лакомством считал жареную картошку. Правда, накладывал себе не больше 4 ломтиков, чтобы не набрать лишний вес. Микоян всю жизнь держал себя в форме. Рано бросил курить, поднимал гантели, избегал тяжелой пищи. Он много ходил пешком, на даче подолгу плавал на лодке, при этом сам сидел на веслах. Одевался очень просто. Фирменный стиль Микояна – гимнастерка, армейские сапоги и фуражка. Обстановка в стране становилась все более мрачной. На 1937-38 годы пришелся наибольший размах массовых репрессий. По обвинению в антисоветской деятельности были арестованы более 1 300 000 советских граждан. Более 680 тысяч из них были приговорены к высшей мере наказания. Как и всем представителям высшего руководства, Микояну не раз приходилось ставить свою подпись под расстрельными списками. И все же иногда ему удавалось приостановить маховик репрессий. Так случилось в 1938 году. Сталин видел, что война с Германией неизбежна. Нужно было срочно модернизировать оборонную промышленность, а для этого обеспечить новый приток валюты в страну. Сталин считал, что лучше всех эту задачу решит Микоян и предложил ему снова занять пост наркома внешней торговли. Тогда Анастас Иванович сделал смелый ход. Он поставил перед государственным лидером условие. НКВД не должен трогать сотрудников внешторга. Если репрессии продолжатся и наркомат лишится ценных специалистов, Микоян не сможет гарантировать результата. Сталину пришлось согласиться. «22 июня 1941 года помощники разбудили Анастаса Ивановича около 4 утра. Микоян немедленно выехал в Кремль. С первых дней Великой Отечественной войны Микоян занял одну из ключевых позиций в руководстве страны. 1 июля 1941 года он был назначен председателем Комитета продовольственного и вещевого снабжения Красной Армии. Любой недостаток в работе этого ведомства мог стать роковым. Ведь боеспособность армии зависела от поставок питания и обмундирования, шинелей, шапок-ушанок, валенок, перчаток, не меньше, чем от наличия оружия и боеприпасов. Ситуация осложнялась тем, что около 70% мобилизационных запасов оказалось в районах, занятых немцами. Микоян сутками не отходил от телефона. Он держал под контролем гигантскую работу по эвакуации продовольствия, сырья для производства одежды, текстильного оборудования. Однако противник наступал. Спасти удавалось лишь малую часть намеченного. Несмотря на это, нормы снабжения красноармейцев, разработанные в начале войны, выдерживались все 4 года. Важную роль в снабжении армии сыграло производство концентрированных каш и супов, которые внедрил Анастас Микоян, а также созданные по его инициативе подсобные хозяйства. Они обеспечивали фронт картофелем и овощами. К концу 1943 года в вооруженных силах имелось 5000 таких хозяйств. Их посевная площадь составила более 290 тысяч гектаров. Также, благодаря отлаженной Микояном системе доставки, красноармейцы без перебоев получали по программе «Ленд-Лиза» одежду, обувь и продукты питания. В частности, более 2 миллиардов банок американской тушенки. Война напрямую коснулась всей семьи Микояна. 3 из 5 его сыновей, достигнув призывного возраста, ушли на фронт. Все они, Степан, Владимир и Алексей, избрали профессию военного летчика. Этот выбор во многом был связан с влиянием младшего брата Анастаса Ивановича, Артема Микояна. Микоян Артем Иванович, советский авиаконструктор, дважды Герой социалистического труда.
С 18 лет работал токарем, прошел службу в Красной армии. По партийной путевке был направлен на учебу в военно-воздушную академию. В 1940 году под руководством конструкторов Артема Микояна и Михаила Гуревича были созданы военные самолеты МиГ-1 и МиГ-3. В годы Великой Отечественной войны они нашли широкое применение как ночные истребители и перехватчики, предназначенные для уничтожения бомбардировщиков противника на больших высотах. Новые модификации истребителей МиГ до настоящего времени находятся на вооружении российской армии. Первым в военных действиях принял участие старший сын Микояна, Степан. В составе истребительного авиаполка он оборонял Москву. Был ранен, но через 2 месяца вернулся в строй. Второй сын Владимир успел пройти лишь несколько месяцев ускоренной летной подготовки. Начальство решило, что он пока не готов сражаться против опытных немецких асов. Однако Владимир настойчиво требовал, чтобы его отправили на Сталинградский фронт. Анастас Иванович не выдержал давления со стороны сына. С согласия жены он попросил командование военно-воздушных сил пересмотреть решение. Ни до, ни после этого случая Микоян ни разу не вмешивался в судьбу сыновей. А через 2 месяца, в сентябре 1942 года, когда Анастас Иванович находился на хлебозаготовках в Оренбургской области, ему принесли телеграмму. В ней сообщалось, что в небе под Сталинградом Владимир погиб смертью храбрых. Ему совсем недавно исполнилось 18. Микоян как мог утешал жену. Но Ашхен Лазаревна так и не простила себе того, что поддержала стремление сына попасть на фронт. До последнего, вопреки очевидности, она надеялась, что Володя чудом остался жив. Сталинградская битва окончилась полным разгромом противника. Но исход войны все еще оставался неопределенным. По данным разведки, немцы концентрировали крупные силы в районе так называемого Курского выступа. Весной 1943 года Сталин поручил Микояну сформировать у основания Курского выступа резервный фронт, который должен был стать своего рода страховкой против немецкого прорыва. Микояну, как главному в стране специалисту по снабжению, предстояло за считанные дни укомплектовать новый фронт личным составом, вооружением, автотранспортом и прочим имуществом. Сложность заключалась в том, что отведенная для расположения резервного фронта территория была лишь недавно освобождена от оккупантов. Железные дороги, мосты, линии связи и электропередачи были выведены из строя. Чтобы организовать восстановление коммуникаций, Микоян работал в круглосуточном режиме. На счету была каждая минута. Малейшие задержки с погрузкой эшелонов грозили провалом всей операции. Микоян лично контролировал график движения поездов, чтобы они своевременно прибыли в пункт назначения. Задача была выполнена в срок. В апреле 1943 года резервный фронт был преобразован в Степной военный округ, а спустя 2 месяца получил новое название – Степной фронт. Летом 1943 года, во время Курской битвы, ключевого сражения Великой Отечественной войны, он выполнил возложенную на него миссию. После того, как немецкая группа армий «Центр» попыталась прорвать советскую оборону, Степной фронт нанес противнику мощный контрудар. А затем продолжил наступление, которое завершило коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Пока гремели бои на Курской дуге, Анастасу Ивановичу и Ашхен Лазаревне выпало новое испытание. Их младшие сыновья, 15-летний Вано и 14-летний Серго,
были обвинены ни больше, ни меньше в подготовке государственного переворота. Этому событию предшествовало громкое убийство, причиной которого стала несчастная любовь. 3 июня 1943 года на лестнице Большого каменного моста, прямо напротив Кремля, сын наркома авиации, 15-летний Володя Шахурин, выстрелил в Нину Уманскую, дочь видного советского дипломата. Следующим выстрелом юноша покончил с собой. Это дело получило кодовое название «Кремлевские дети». В ходе расследования выяснилось, что в этом деле замешаны сыновья Микояна. В дневнике Володи Шахурина упоминалось, что пистолет для него достал Вано. Более того, Шахурин писал о том, что готовился к захвату власти и называл Вано и Серго Микоянов наркомами своего будущего правительства. Все это можно было бы счесть детской игрой, если бы в деле не фигурировало оружие. Сыновей Микояна обвинили в участии в антисоветской организации. Они провели полгода во внутренней тюрьме на Лубянке, а затем на год отправились в ссылку в Таджикистан. После этой истории у Ашхен Лазаревны началась гипертония. Она стала терять слух. Микоян не просил о смягчении участи для своих сыновей. Он понимал, что это бессмысленно. В конце концов, с ними обошлись довольно мягко по тем временам. Девятого мая 1945 года страна праздновала победу. Наступил долгожданный мир. Пришло время восстанавливать фабрики, заводы, линии коммуникаций, заново строить разрушенные бомбежками города, поднимать сельское хозяйство. В послевоенные годы Микоян, как и прежде, входил в ближайшее окружение Сталина. Однако тот становился все более подозрительным, и даже старым соратником, проверенным годами совместной работы, устраивал неожиданные проверки на преданность. В 1948 году Сталин проводил отпуск в Абхазии. К нему приехали Микоян и Молотов. За обедом личный секретарь Иосифа Виссарионовича Александр Поскребышев как бы между делом заметил: «Товарищ Сталин, пока вы отдыхаете здесь, на юге, Молотов и Микоян в Москве подготовили заговор против вас». Анастас Иванович был настолько возмущен, что с криком «Ах ты, мерзавец!» схватил стул и замахнулся на Поскребышева. Сталин попросил Микояна успокоиться, но явно остался доволен такой реакцией. Хотя эта история быстро забылась, Анастас Иванович чувствовал, что Сталин перестал ему доверять. По мнению советского лидера, Микоян стал слишком самостоятельной фигурой. Его было все сложнее контролировать. Осенью 1952 года Сталин исключил Микояна из состава высшего партийного руководства и демонстративно перестал с ним общаться. После этого можно было ожидать самого худшего. Три месяца Анастас Иванович держал в ящике рабочего стола заряженный пистолет. Он решил, если его придут арестовывать, он покончит с собой. Только так можно было снять с себя клеймо врага народа и тем самым защитить семью. Развязка наступила неожиданно. 5 марта 1953 года Сталин умер. В высшем руководстве страны разгорелась борьба за власть. Анастас Микоян вполне мог претендовать на руководство страной, но считал, что во главе СССР должен встать представитель коренной нации, такой, как Никита Хрущев. Приближалась новая эпоха, которая получила название «Оттепели». В феврале 1956 года на 20-м съезде КПСС
Хрущев выступил с секретным докладом, в котором осудил культ личности Сталина и политику массовых репрессий. Однако первым, кто публично подверг критике бывшего вождя, был именно Микоян. За несколько дней до выступления Хрущева он произнес речь, в которой призвал не допустить повторения террора против собственных граждан. Позже Микоян скажет о годах сталинского правления. Все мы тогда были мерзавцами. После окончания 20-го съезда Анастас Иванович возглавил комиссию Верховного Совета СССР по реабилитации. К тому времени в лагерях продолжали сидеть сотни тысяч незаконно осужденных. Однако процесс реабилитации шел очень медленно. Из-за бюрократической волокиты многие могли не дожить до освобождения. По инициативе Микояна было создано около 100 выездных комиссий. Они получили право прямо на местах, в лагерях и колониях принимать окончательные решения. Уже в первые месяцы большинство из тех, кто получил срок по политическим статьям, были восстановлены в правах и вышли на свободу. Чтобы они могли вернуться домой, пришлось пустить дополнительные поезда. Многие дела Микоян брал под свой контроль. Он вел переписку с семьями репрессированных. Со многими встречался лично. От родственников бывших заключенных часто можно было услышать фразу «Анастас Иванович помог». К началу 60-х годов Микоян, как старейший и самый опытный член Политбюро, все чаще представлял СССР на международной арене. Он вел переговоры с главами Индии и Китая, Джавахарлалом Неру и Мао Цзэдуном, с тремя американскими президентами – Ричардом Никсоном, Линдоном Джонсоном и Джоном Кеннеди. За рубежом Анастас Иванович пользовался не меньшим авторитетом, чем на родине. Британский премьер-министр Гарольд Вильсон признавался, что учился у Микояна искусству переговоров. Американский дипломат Аверел Гарриман уверял, что Анастас Иванович – единственный человек в Кремле, с кем можно нормально разговаривать. А президент Франции Шарль де Голль назвал Микояна исторической личностью международного масштаба. Не случайно, что именно Анастасу Ивановичу было доверено урегулировать Карибский кризис. Это была одна из самых тяжелых миссий в его жизни. Карибский кризис – период наибольшего военно-политического противостояния между СССР и Соединенными Штатами Америки в октябре 1962 года. Причиной кризиса стала установка в Турции, вблизи от советских границ, американских ракет с ядерными боеголовками. Вслед за этим на Кубе были размещены советские ракеты, которые угрожали территории США. В качестве ответной меры американское руководство планировало военное вторжение на Кубу, что могло привести к началу Третьей мировой войны с применением ядерного оружия. Когда мир стоял на грани катастрофы, Микоян выступил специальным представителем СССР в переговорах между американским президентом Джоном Кеннеди, Никитой Хрущевым и главой кубинского правительства Фиделем Кастро. Анастас Иванович вылетел в Вашингтон, затем в Гавану. Ему предстояло убедить Кастро согласиться на демонтаж и вывоз с Кубы советских ракет под наблюдением американских военных. Но кубинский лидер отказывался выполнять условия соглашения, которое было принято без его участия. Только что отступившая угроза ядерной войны снова нависла над миром. Когда переговоры зашли в тупик, Микояну сообщили трагическую новость. После долгой болезни скончалась Ашхен Лазаревна, самый близкий для него человек, женщина, которую он полюбил в ранней юности и с которой прожил всю жизнь. Хрущев разрешил Микояну прилететь в Москву на похороны. Но тот не мог бросить свою миссию. Ведь от ее результатов зависела судьба планеты. Фиделю Кастро доложили о случившемся. В
Впечатленный стойкостью Микояна, кубинский лидер решил согласиться на уступки. Карибский кризис больно ударил по репутации Хрущева. В октябре 1964 года Никита Сергеевич был отправлен в отставку. Правительство возглавил Алексей Косыгин, а первым секретарем партии стал Леонид Брежнев. К тому времени Микоян занимал должность председателя Президиума Верховного Совета. Хотя этот пост не предполагал реальных полномочий, Микоян оставался одной из самых влиятельных фигур в партийном руководстве. Микоян нередко возражал первому секретарю ЦК Брежневу и указывал на его ошибки. Такая независимость вызывала раздражение. Когда Анастасу Ивановичу исполнилось 70 лет, он предпочел добровольно уйти на пенсию. Проводы Микояна были обставлены очень торжественно. Звучали благодарственные речи, не стихали аплодисменты. А спустя несколько дней Анастас Иванович покидал подмосковную дачу, на которой прожил почти 40 лет. После того, как закончился срок его работы на высших государственных постах, Микоян был лишен большинства привилегий. При этом он оставался консультантом Политбюро, продолжал заниматься реабилитацией жертв сталинских репрессий и охотно откликался на просьбы о помощи. Например, используя свой авторитет, не раз помогал знаменитому театру на Таганке преодолевать цензурные преграды. Но вскоре сам столкнулся с советской цензурой. Готовя к печати воспоминания Микояна, редактура переписывала целые абзацы, меняла оценки и сглаживала острые углы. Дошло до того, что одну из его книг в последний момент сняли с публикации. При всех внешних почестях Микояну затыкали рот. В 1978 году, после сильного воспаления легких, он скончался и, согласно завещанию, был похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой Ашхен Лазаревны. Через несколько дней Микояну должно было исполниться 83 года. Он прожил яркую, насыщенную жизнь. Стоял у истоков советского государства и до последних дней оставался убежденным коммунистом. Человеком, который верил, если очистить советскую систему от всех искажений, она сможет сделать людей счастливыми. Его считали лучшим оратором и крупнейшим эрудитом своей эпохи. Мы являемся действительными передовыми борцами за счастье и разум человеческой жизни. Он знал 7 языков, руководил процессом массовой ликвидации безграмотности и превратил СССР в одну из самых образованных стран мира. Годы гражданской войны защищал памятники истории и культуры. Благодаря ему после революции был сохранен Большой театр. Недоброжелатели упрекали его в склонности к богемной жизни, но даже идейные враги соглашались. Это руководитель мирового уровня. И он мог бы быть министром просвещения в любой европейской стране.
Анатолий Луначарский. Революционер, драматург, искусствовед, один из создателей советского государства. Анатолий Луначарский родился в городе Полтаве 23 ноября 1875 года. Его мать Александра Яковлевна была замужем за Василием Федоровичем Луначарским, мелким судебным служащим. Однако за несколько лет до рождения Толи она влюбилась в другого мужчину, высокопоставленного чиновника Александра Ивановича Антонова. Именно он был настоящим отцом ребенка. Когда Толе исполнилось 4 года, Александра Яковлевна ушла от мужа. Вместе с мамой мальчик переехал из Полтавы в Нижний Новгород, где в то время служил Антонов. Встреча с родным отцом произвела на него огромное впечатление. Толя мечтал стать таким же, уверенным в себе, артистичным, смелым в суждениях. По вечерам он допоздна засиживался в гостиной, слушая, как Александр Иванович вслух читает его маме романы и статьи из свежих журналов и сопровождает их едкими комментариями. В конце 19 века в России были популярны либеральные идеи. Значительная часть образованного класса полагала, что страна нуждается в общественно-политических реформах. В кругу интеллигенции вольнодумство стало своего рода модой. Мало кто из этой среды был готов к конкретным действиям. Либерализм сводился к критике правительства в кругу знакомых. Антонов был дворянином и занимал высокую должность, однако не скрывал отрицательного отношения к властям. Именно под его влиянием мальчик рос яростным противником религии и самодержавия. Однажды, гуляя во дворе, 6-летний Толя забрел в мастерскую, где серебрили оклады для икон. На глазах у изумленных подмастерьев он схватил икону святого, с размаху ударил ей по столу и в запале прокричал: «Если Бог не наказывает за кощунство прямо на месте, значит, никакого Бога нет». Серебряник схватил Толю за ухо и потащил к родителям. Однако отец не только не осудил поступок мальчика, но и встал на его сторону. Спустя 3 года в результате неудачной хирургической операции Александр Иванович скончался. Александра Яковлевна вместе с сыном переехала в Киев. Толя поступил в гимназию. Свободное от учебы время он посвящал чтению книг по философии, социологии, истории искусства. Он умел увлекательно рассказать о прочитанном и заражал своими интересами сверстников. Десятки гимназистов собирались на берегу Днепра, чтобы послушать Толю Луначарского. А тот, как на трибуну, забирался на дерево и произносил оттуда горячие речи о будущем мире, в котором исчезнут общественные противоречия, и все люди будут счастливы. Еще в 13-летнем возрасте Луначарский проштудировал работы основателя коммунистического движения Карла Маркса. В 15 вступил в один из первых в стране социал-демократических кружков. В 17 начал вести агитацию среди рабочих железнодорожного депо. Известия об этом дошли до гимназического начальства. В итоге Луначарский получил 4 по поведению, которая не позволяла поступить ни в один российский университет. Но Анатолий не отчаивался. Он с детства прекрасно владел несколькими иностранными языками и решил получать высшее образование за границей. В 1895 году Луначарский отправился в Швейцарию и стал вольнослушателем Цюрихского университета. В Цюрихе бурлила интеллектуальная жизнь. От обилия открывшихся возможностей у 20-летнего юноши кружилась голова.
Он не хотел ограничиваться узкой специализацией и с жадностью впитывал любые новые знания. Луначарский записался на курсы по антропологии и физиологии, где вместе с другими студентами препарировал человеческий мозг. Регулярно посещал музеи, где знакомился с шедеврами мировой живописи. Выступал с докладами в университетских аудиториях и участвовал в диспутах в городских кафе, поражая слушателей незаурядными ораторскими способностями. Однако его интересы не ограничивались академической наукой и искусством. В конце XIX века тихая и уютная Швейцария стала политическим убежищем для многих российских социалистов, которые выступали против самодержавия и потому находились на родине вне закона. Среди них выделялся Георгий Плеханов, философ и историк, которого называли отцом русского марксизма. Плеханов Георгий Валентинович – крупнейший деятель международного социалистического движения. Своими теоретическими трудами оказал огромное влияние на Владимира Ульянова, Ленина. В 1902 году примкнул к большевистской фракции РСДРП, однако впоследствии стал одним из лидеров меньшевиков и не принял Октябрьскую революцию. Тем не менее, в советское время работы Георгия Плеханова входили в обязательную программу школьного и институтского обучения. После знакомства с молодым Луначарским, Плеханов решил, что его таланты ограничиваются способностью писать яркие статьи и произносить пылкие речи. Говорун, и не более того. Для Анатолия такая характеристика была хуже пощечины. Он решил доказать окружающим, а главное самому себе, что ему хватает и сильной воли, и способности к настоящим поступкам. Не окончив обучение, Луначарский отправился в Россию, чтобы лично принять участие в революционном движении. И еще в Швейцарии за ним, как за человеком близким Георгию Плеханову и другим представителям социалистического движения, было установлено наблюдение. Из-за границы в Москву ушли донесения с приметами Луначарского. Блондин, выше среднего роста, телосложение худощавого, лицо белое, чистое, одевается в пальто с бобровым воротником, носит светлые очки. Весной 1899 года на одном из крупных московских заводов, механическом заводе Густава Листа, руководство снизило заработную плату сотрудникам. Для Анатолия это стало сигналом к действию. Вместе с товарищами по партийному комитету он составил прокламации с призывом к забастовке. 5 апреля десятки листовок были доставлены на завод. Но на секретной московской квартире подпольщики были захвачены с поличным, печатным станком и наборной кассой. Анатолия Луначарского поместили в одиночную камеру Таганской тюрьмы, где ему предстояло провести 8 месяцев. Для молодого человека, полного сил и энергии, арест стал тяжелым испытанием. Из-за плохого питания и отсутствия свежего воздуха он потерял сон и не спал целыми неделями. Однако ясность мысли от этого, казалось, только возросла. Заключенным разрешалось выписывать в камеру книги, и Анатолий сполна воспользовался этой возможностью. В ожидании приговора он прочитал целую библиотеку и сам начал писать стихи, рассказы, философские сочинения. Позже Луначарский будет вспоминать эти месяцы как один из поворотных моментов своей жизни. Именно здесь, в Таганской тюрьме, он сформулировал идеи, которые на долгие годы определили его мировоззрение.
Философская система Анатолия Луначарского получила название «Богостроительство». Наиболее полно она была представлена в его двухтомном труде «Религия и социализм». Отрицая существование Бога, Луначарский утверждал, что христианское и социалистическое мировоззрение содержат много общего. Он считал, что в будущем атеистическом обществе люди будут по-прежнему нуждаться в высших идеалах, таких как творчество и созидательный труд. Идеи богостроительства заслужили резкую критику со стороны Владимира Ленина, который обвинял Луначарского и его сторонников в утопизме и отходе от марксистских принципов. А Георгий Плеханов даже дал ему язвительное прозвище – «Блаженный Анатолий». А тем временем дело о преступной пропаганде среди рабочих в городе Москве, по которому проходил Луначарский, затягивалось. Во время допросов Анатолий отрицал свою связь с революционерами. Обвинению так и не удалось доказать его причастность к составлению и печати листовок. В итоге его выпустили из тюрьмы, отдали под особый надзор полиции и запретили проживать в Москве и Санкт-Петербурге. Попробовав себя в подпольной работе, Луначарский скоро вернулся к литературным занятиям. Он не ощущал в себе задатков бойца и все больше времени посвящал публицистике. Через год Луначарский снова был арестован, на этот раз в Киеве. Поводом для заключения под стражу стало чтение доклада о норвежском драматурге Генрике Ибсене, который жандармы приняли за подпольное революционное собрание. И хотя правда быстро обнаружилась, докладчика все же признали угрозой для общественного спокойствия и выслали в Вологду. Из заключения прокурора Киевской судебной палаты от 11 мая 1901 года. Несомненно, что Анатолий Луначарский представляет собой установившуюся личность в смысле русской государственности, политически неблагонадежную. От природы Луначарский был наделен большим обаянием. Он быстро сходился с людьми, умел очаровывать женщин и сам нередко влюблялся. Однако мимолетные романы не оставляли в его душе большого следа. Луначарский долгое время сторонился серьезных отношений и к 27 годам оставался одиноким. Все изменилось, когда он прибыл в Вологду. В этом старинном русском городе среди множества других ссыльных жил его друг и единомышленник Александр Малиновский, известный под псевдонимом Богданов. С ним делила квартиру сестра Анна. Ей было 19. Подобно брату, она была убежденной социалисткой и увлекалась сочинением фантастических романов. Многим эта хрупкая девушка, почти девочка, казалась некрасивой. Но Анатолий не мог отвести от нее взгляда. В Анне было что-то более важное, чем внешняя красота. Ее глаза светились умом, добротой, а главное – глубоким внутренним спокойствием, которого так не хватало Луначарскому. Спустя всего лишь 3 дня после знакомства он сделал Анне предложение. Здесь же, в Вологде, они обвенчались. Жену Луначарский ласково называл Анютой, а свои статьи начал подписывать псевдонимом Анютин. В 1904 году, после того, как истек срок ссылки Луначарского, супруги уехали в Париж. Когда 9 лет назад Луначарский впервые оказался в Европе, он был жадным до новых впечатлений, восторженным юношей. Теперь известным теоретиком, сотрудником серьезных журналов. Он мог претендовать на заметную роль в социал-демократической партии РСДРП. Но к тому времени сама партия раскололась на 2 противоборствующие группы – большевиков и меньшевиков. И Анатолию Васильевичу предстояло решить,
чью сторону он займет в этом идейном конфликте. Разделение РСДРП на две фракции состоялось в 1903 году в Лондоне на Втором съезде партии. Большевиками стали называть сторонников Владимира Ленина, который выступал за превращение партии в боевую организацию, ставящую своей целью осуществление пролетарской революции. Меньшевики, сторонники Юлия Мартова, разделяли традиционные взгляды европейских социал-демократов и не верили в то, что российское общество в ближайшие годы будет готово к революции. Приехав за границу, Луначарский надеялся примирить противников и вернуть партии единство. Все изменило личное знакомство с Лениным. Лидеру большевистской фракции хватило 10 минут, чтобы склонить Анатолия Васильевича на свою сторону. Большевики нуждались в таком человеке, как Луначарский, легком на подъем, умеющим воспламенять словом. Он начал регулярно выступать с докладами перед русскими политэмигрантами. За несколько месяцев Луначарский объехал Швейцарию, Францию, Бельгию, Германию и всюду с блеском защищал ленинские идеи, находя самые убедительные аргументы в дискуссиях с меньшевиками. Тогда же Луначарский стал сотрудником большевистской газеты «Вперед». На ее страницах он публиковался под новым псевдонимом – «Воинов». Впрочем, современники признавали, что Анатолию Васильевичу гораздо больше подходит прозвище, которое дал ему Ленин – «Миноносец легкомысленный». Лидер большевиков имел в виду, что Луначарский при всей внешней строгости не мог скрыть мягкости характера. Однако за ленинской иронией стояло искреннее восхищение ораторским талантом и колоссальной эрудицией Анатолия Васильевича. В области гуманитарных знаний Луначарскому не было равных среди русских социал-демократов. Однажды, во время неформальной встречи политических эмигрантов, Ленин предложил сыграть в игру «Поймать Луначарского». Любой из участников мог задать Анатолию Васильевичу тему для импровизированного доклада. А если тот не справится с задачей, будет вынужден исполнить желание загадывающего. Первым откликнулся меньшевик Федор Дан. Он предложил тему «Образ черта в древнерусском искусстве». Большинство было уверено, что игра на этом закончится. Но Луначарский мгновенно поднялся с места и выступил с получасовой лекцией. Публика была ошеломлена, а Ленин не скрывал гордости за своего товарища. Луначарский действительно мог сходу выступить на любую, даже самую провокационную тему. Тем временем в России наступило время больших потрясений. В январе 1905 года страну охватила серия забастовок, которые вскоре переросли в вооруженные восстания и получили название «Первой русской революции». Ее начало застало Луначарского за границей. Он находился во Флоренции, где изучал итальянскую литературу и живопись. Но в октябре 1905 года прервал свои занятия и выехал в Санкт-Петербург. Он считал, что должен находиться там, где народ борется за свои права. Ведь слово может быть не менее действенным оружием, чем револьвер или винтовка. К тому моменту некоторые цензурные ограничения были сняты, и большевики получили возможность издавать свою первую легальную газету. Она называлась «Новая жизнь». В редакцию вошли Ленин, Луначарский, а также целый ряд крупных писателей – Леонид Андреев, Константин Бальмонт, Виктор Вересаев. Но самым знаменитым из них был Максим Горький, который давно симпатизировал большевикам и на долгие годы стал близким другом Луначарского. Тираж газеты вскоре составил огромное по тем временам число – 80 тысяч экземпляров. А
Однако в конце 1905 года революция уже шла на спад. После нескольких месяцев растерянности старое правительство сумело взять ситуацию в стране под контроль. Газета была закрыта, рабочие восстания подавлены. Против Луначарского было возбуждено уголовное дело. Его обвиняли в революционной пропаганде и агитации. Тогда, по совету своего адвоката, Анатолий Васильевич вернулся в Европу. Чтобы пережить поражение революции и собраться с мыслями, он принял приглашение погостить у Максима Горького, который снимал виллу на острове Капри, неподалеку от Неаполя. Здесь, на утопающем в зелени морском курорте, в семье Луначарских случилась трагедия. Их первенец, которого, как и отца, звали Толей, умер от неизвестной болезни, прожив всего полгода. Супруги, верные атеистическим взглядам, отказались от церковного отпевания. Вместо этого Анатолий Васильевич прочитал над гробом сына стихи Константина Бальмонта. «Чтоб к стихиям людям бледным показал я светлый путь, чтобы вновь стихом победным в царство солнца всех вернуть». Луначарский искал утешение в работе. Вместе с Горьким и рядом других большевиков он организовал на Капри первую марксистскую школу для российских рабочих. Первая высшая социал-демократическая пропагандистско-агитаторская школа для рабочих просуществовала на острове Капри немногим более года, с 1908 по 1909. Помимо занятий по агитации и теории революционной борьбы, учебная программа включала курсы по истории литературы и искусства, а также экскурсионные поездки в музеи Рима и Неаполя. По мнению Анатолия Луначарского, большевикам предстояло создать новое свободное общество. А для этого они должны обладать высочайшей культурой. Душевная рана после смерти первого сына начала затягиваться только в 1911 году, когда Анна снова родила мальчика. Его тоже назвали Толей, или ласково Татошкой. Луначарский окружил сына заботой и вниманием, любил с ним нянчиться. Писатель Виктор Некрасов, который в детстве дружил с младшим Луначарским, вспоминал: «Нянькой нашей был Анатолий Васильевич. Пока мы возились и дрались, а дрались, говорят мы с Татошкой отчаянно, вцепляясь друг другу в волосы, Анатолий Васильевич спокойно сидел себе на скамеечке и писал или правил свои статьи». Марта 1917 года в ходе февральской революции император Николай II отрекся от престола. Времена династии Романовых, которая более трех столетий правила Российской империей, уходили в историю. На смену монархии пришло демократическое временное правительство. В мае 1917 года Луначарский, оставив семью в Швейцарии, приехал в Петроград. Здесь он был избран делегатом Первого Всероссийского съезда Советов и вернулся к работе в социал-демократических газетах. Тем временем Ленин вел подготовку к вооруженному восстанию против Временного правительства. Он понимал, что другого шанса осуществить социалистическую революцию у его партии не будет. В ночь на 25 октября 1917 года в Петрограде отряды рабочей Красной гвардии и матросов Балтийского флота захватили вокзалы, электростанцию, телефонную станцию, телеграф, а 26 октября в 2 часа ночи арестовали в Зимнем дворце членов Временного правительства. Через несколько минут после этого Анатолий Луначарский зачитал в Смольном дворце ленинское воззвание рабочим, солдатам и крестьянам, которое провозгласило победу Октябрьской революции и переход власти к Советам.
Там же, в Смольном, большевики сформировали новое революционное правительство. Совет народных комиссаров, или Совнарком. Луначарский занял в нем пост наркома просвещения. На него легло руководство культурой, наукой и образованием. В первые дни после Октябрьской революции никто не мог предсказать, как долго в стране продержится советская власть. Сотрудники государственных учреждений ожидали, что через несколько дней большевистское правительство падет, и отказывались идти на сотрудничество. Хмурым октябрьским утром Луначарский подъехал к новому месту службы – зданию Министерства просвещения. У входа толпились десятки чиновников. Не распознав в интеллигентном господине нового наркома, они предложили ему присоединиться к антибольшевистскому бойкоту. А когда Анатолий Васильевич признался, что он и сам большевик, в ответ раздались свист и гневные выкрики. Луначарскому с трудом удалось прорваться через возбужденную толпу. В министерских кабинетах он застал полный разгром. Документы были разбросаны по столам, лежали на полу. А на следующий день, снова придя на работу, он обнаружил, что все двери наглухо заколочены. Тогда Анатолий Васильевич прикрепил к воротам записку: «Товарищ швейцар и товарищ сторож, вы, сыны трудового народа, должны приветствовать советскую власть, а не сопротивляться ей. Ключи прошу сдать по адресу: Смольный, комната номер 31, комендатура». Спустя 3 дня сторож вернул ключи. Прошло немного времени, и Луначарского охватили серьезные сомнения в правильности выбранного курса. В отличие от Ленина, он считал, что в одиночку большевики не справятся с управлением огромной страной. Анатолий Васильевич предлагал сформировать широкую коалицию из представителей всех социалистических партий – большевиков, меньшевиков, эсеров, а также отколовшихся от них левых эсеров. При этом Луначарский опасался, что Ленин не остановится перед применением силы против политических противников. Сам Анатолий Васильевич ни разу не принимал участия в насильственных акциях ни до революции, ни в первые ее годы. Теоретик, публицист и журналист, он ничем не походил на таких активных революционеров и боевиков, как Дзержинский, Орджоникидзе, Фрунзе. Теперь же Луначарский увидел, что такое настоящая революция. Не на страницах книг и журналов, а во всем ее неприглядном виде. 28 октября 1917 года он написал жене тревожное письмо. «Я пойду с товарищами по правительству до конца, но лучше сдача, чем террор. В террористическом правительстве я не стану участвовать». А спустя несколько дней до наркома дошли известия, которые потрясли его до глубины души. В Москве шли ожесточенные сражения. В ходе боев с обеих сторон погибли сотни людей. Артиллерийские снаряды повредили бесценные архитектурные памятники, в том числе храм Василия Блаженного и колокольню Ивана Великого. Узнав об этом, Луначарский написал заявление об отставке. Ленину он объяснил, что не может заниматься просвещением страны в условиях полного одичания. Однако глава правительства устроил старому другу настоящий выговор. Вместо того, чтобы поддаваться панике, Анатолию Васильевичу следует предлагать конкретные меры, чтобы впредь не допускать такого развития событий. Луначарский принял ленинский упрек и создал при Совнаркоме комиссию по охране художественных и исторических ценностей. В числе первых решений комиссии – объявление Зимнего дворца с его уникальной художественной коллекцией музеем, государственным Эрмитажем, а также распоряжение о сохранении императорских дворцов Петрограда,
Гатчины, Царского села и Петергофа. Большевикам приходилось работать во враждебном окружении. В 1918 году Луначарский с горечью признавал: «Интеллигенция нас ненавидит лютой ненавистью». Тысячи работников умственного труда не видели своего места в новом, еще не сформированном обществе и объявили бойкот власти. Работа музеев, библиотек и других культурных учреждений была парализована. Репрессии могли только усугубить ситуацию. Привлечь творческую и научную элиту под знамена революции можно было лишь одним способом – силой убеждения. И Луначарский подходил для этой миссии как никто другой. Именно он, человек огромной культуры, тонкий знаток искусства, в совершенстве владевший несколькими иностранными языками, стал посредником между властью и интеллигенцией. Изо дня в день Анатолий Васильевич выступал перед деятелями культуры, педагогами, университетскими профессорами. Он доказывал: большевики вовсе не варвары, они искренне заинтересованы в подъеме наук и искусств. Его ораторский талант был так велик, а доводы так убедительны, что вскоре произошел перелом. Вчерашние скептики и даже открытые враги начали сотрудничать с советской властью. Среди тех, кто перешел на сторону революции, были поэты Александр Блок и Валерий Брюсов, художники Александр Бенуа и Борис Кустодиев, ученые Иван Павлов и Владимир Бехтерев, юрист Анатолий Коней. Однако многие знаменитые деятели культуры не приняли власть большевиков и покинули советскую Россию. В их числе писатели Иван Бунин и Александр Куприн, композитор Сергей Рахманинов, актер Михаил Чехов, художник Иван Билибин. Часть инакомыслящих была по инициативе Ленина выслана за границу на так называемых философских пароходах. Философский пароход – собирательное название для двух рейсов немецких пассажирских судов, которые в сентябре и ноябре 1922 года доставили из Петрограда в Германию более 160 представителей русской интеллигенции. Значительную их часть составляли выдающиеся философы Николай Бердяев, Иван Ильин, Семен Франк, Николай Лоский, Лев Корсавин и многие другие. Высылка производилась в грубой и унизительной форме. Все имущество высылаемых было конфисковано. С собой разрешалось взять только две пары кальсон, обуви и носков, а также пиджак, брюки, пальто и шляпу. Октябрьская революция расколола не только интеллигенцию, но и все российское общество. Летом 1918 года началась полномасштабная гражданская война, которая охватила страну от Сибири до Северного Кавказа и Крыма. Она принесла с собой голод, нищету и разруху. Огромное русское культурное наследие могло быть разграблено, уничтожено, либо попросту забыто. Государственная казна была истощена до предела, средств не хватало на самое необходимое. В этих условиях содержание бывших императорских театров, Мариинского в Петрограде и Большого в Москве, казалось непозволительной роскошью. Ленин требовал их закрытия, а на сэкономленные средства предлагал открыть читальни для крестьян. Но Луначарский встал на защиту классического искусства. Он доказывал: опера и балет – это не кусок помещичьей культуры, как их называл Ленин, а средство просвещения рабочих и крестьян. В конце концов, точка зрения Луначарского победила. В 1919 году по его инициативе был принят декрет о присвоении 6 старейшим театрам России статуса академических. В них продолжали идти спектакли. Тогда же Луначарский распорядился о том, чтобы треть билетов на представление с участием знаменитого певца Федора Шаляпина бесплатно раздавалась рабочим и учащимся. А роскошное здание Большого театра было приспособлено не только для балетных и оперных постановок, но и для официальных мероприятий. В
течение нескольких лет здесь проходили всероссийские съезды советов, правительственные заседания, международные коммунистические конгрессы. В декабре 1922 года со сцены Большого театра было провозглашено образование нового государства – СССР. Тяжелые времена и огромное количество нерешенных проблем диктовали свои условия. Руководители советского государства работали на пределе человеческих возможностей. Луначарский не был исключением. Порой он не спал по 20 часов в сутки. Питался чаем и черным хлебом. Деликатесами считались чечевичный суп и селедка. Однако нарком просвещения находил время для творчества. Он писал урывками в короткие перерывы между приемом посетителей и просмотром деловых бумаг. В первые послереволюционные годы он создал несколько пьес на исторические темы, а также множество работ о Шекспире, Гёте, Пушкине, Льве Толстом и других писателях. Однажды помощник Луначарского, поэт Рюрик Ивнев, решил подшутить над начальником. Среди документов, которые он принес наркому на подпись, было составленное от имени Луначарского заявление об уходе с должности. Тот был настолько увлечен своим сочинением, что не глядя подписал бумагу. Через 10 минут Ивнев вернулся в кабинет наркома и со скорбным лицом просил его не принимать скоропалительных решений. Анатолий Васильевич искренне недоумевал. Тогда Ивнев протянул ему подписанное вслепую заявление об отставке. Луначарский долго смеялся, но с тех пор всегда внимательно прочитывал каждый принесенный ему на подпись документ. В годы гражданской войны от решений наркома часто зависели человеческие жизни. Огромные слои интеллигенции страдали от недоедания и невыносимых бытовых условий. Луначарский использовал все связи, чтобы устраивать людей на работу, обеспечить жильем или добыть продовольственные пайки. В это тяжелое время он помог выжить писателю Михаилу Булгакову, композитору Сергею Прокофьеву, биофизику Александру Чижевскому. А в 1919 году Луначарский спас будущего Нобелевского лауреата, писателя Ивана Бунина, от ареста и грозившего ему расстрела за контрреволюционные высказывания. Однако Анатолию Васильевичу далеко не всегда удавалось преодолеть бюрократические препоны и неразбериху, которая царила во властных структурах. Так случилось в конце 1918 года. Луначарский просил о персональной пенсии для Марии Александровны Гартунг, дочери Пушкина. Рассмотрение этого вопроса тянулось несколько месяцев. 86-летняя Мария Александровна умерла от голода, так и не дождавшись обещанной выплаты. Спустя 3 года Луначарский ходатайствовал о выдаче выездной визы для Александра Блока. Великий русский поэт, автор революционной поэмы «12», был тяжело болен и просил позволить ему выехать на лечение за границу. Однако высший партийный орган, Политбюро Центрального комитета, не вдаваясь в детали, ответил на эту просьбу отказом. Луначарский продолжал настаивать. Мы в буквальном смысле слова, не отпуская поэта и не давая ему вместе с тем необходимых удовлетворительных условий, замучили его. Положительное решение пришло слишком поздно. 7 августа 1921 года 40-летний Блок скончался от эндокардита – воспаления внутренней оболочки сердца. В первые годы существования советского государства перед наркоматом просвещения стояло множество острых проблем. Но среди них выделялась задача исключительной важности – ликвидация безграмотности.
Ситуация в стране была катастрофической. К 1917 году не умело читать и писать от 62 до 70% населения. Программа по массовому распространению школьного образования была принята еще в конце 19 века при императоре Николае II и была рассчитана на несколько десятилетий. Но ее реализация сильно затормозилась после начала Первой мировой войны. Решение этой задачи требовало привлечения гигантских ресурсов. В 1920 году по инициативе Луначарского была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности, сокращенно ВЧК-ликбез. Как нарком просвещения Анатолий Васильевич курировал деятельность комиссии, а основная часть организационной работы легла на его заместителя, жену Ленина Надежду Константиновну Крупскую. Советская система школьного образования создавалась в условиях гражданской войны, голода и разрухи. Часто на 60 учеников приходился один карандаш, а на сотню – одна чернильница. Не хватало учебников, тетрадей, методических материалов. Несмотря на все эти трудности, к осени 1920 года курсы учителей были созданы в 26 губерниях. Любого, кто умел писать и читать, могли привлечь к преподаванию в порядке трудовой повинности. За партой сели миллионы взрослых людей – рабочих, крестьян, красноармейцев. Для трудящихся было предусмотрено сокращение рабочего дня с сохранением заработной платы. В школах, на улицах, в государственных учреждениях висели агитационные плакаты. «Неграмотный – тот же слепой. Всюду его ждут неудачи и несчастья». Или «Кто умен, а кто дурак? Один за книгу, другой в кабак». К 1923 году в РСФСР было открыто 574 пункта по ликвидации безграмотности и 498 школ для малограмотных. За первые 10 лет после Октябрьской революции навыками чтения и письма овладели около 10 миллионов взрослых. По данным переписи 1939 года, количество грамотных в возрасте от 16 до 50 лет приблизилось к 90%. К началу Великой Отечественной войны СССР стал страной практически абсолютной грамотности. Одновременно с этим большевики начали масштабную кампанию по борьбе с религией. В феврале 1922 года был издан декрет в ЦИК об изъятии церковных ценностей. Началось разграбление храмов и монастырей, которое привело к возмущению верующих и репрессиям против православного, а затем мусульманского, буддийского, иудейского духовенства. Только во время Великой Отечественной войны официальная позиция советского руководства по отношению к религии несколько смягчится. В первые послереволюционные годы у Луначарского практически не оставалось времени на личную жизнь. Жена Анна Александровна с сыном Толей жили в Швейцарии. Только после того, как гражданская война пошла на спад и положение в стране стало налаживаться, Анатолий Васильевич вызвал их в Москву. Однако семья занимала в его жизни все меньше места. В начале 20-х годов нарком просвещения регулярно устраивал литературные дискуссии и в неформальной обстановке встречался с актерами, музыкантами, писателями. Среди его друзей были самые знаменитые люди своей эпохи – поэт Владимир Маяковский, драматург Николай Эрдман, режиссер Всеволод Мирхольд. Луначарский обожал театральную среду и с юностью увлекался драматургией. Многие из его пьес шли не только на советской, но и на зарубежной сцене. Нарком посещал все премьеры. А после спектаклей обсуждал с режиссерами и актерами недостатки и достоинства постановок. В
1921 году на одной из таких встреч он познакомился с начинающей актрисой Натальей Розенель. Она была младше Луначарского на 25 лет. Вскоре Москву и Петроград потрясла шокирующая новость. Видный советский политик, большевик, нарком просвещения оставил семью ради роковой красавицы. Луначарский ни в чем не отказывал молодой жене. Он устроил ее в труппу малого театра, организовал съемки в кино, дарил богатые наряды. Ходили слухи, что Наталья Александровна выходила на сцену, украшенная бриллиантами из царского алмазного фонда. Однажды по звонку Луначарского была на час задержана отправка поезда «Красная стрела». Супруга наркома не успевала вовремя приехать на вокзал. На следующий день Анатолий Васильевич получил строгий выговор за превышение должностных полномочий. С тех пор «Красная стрела», которая и сегодня соединяет Москву с Санкт-Петербургом, ни разу не отклонялась от расписания. Луначарский прожил с Натальей Александровной до конца своих дней и воспитал ее дочь от первого брака, Ирину, как собственную. Общих детей у них не было. Тем временем положение Луначарского в советском руководстве становилось все менее прочным. 21 января 1924 года умер Владимир Ленин. Анатолий Васильевич потерял друга и покровителя. Образ жизни, который вел нарком просвещения, резко отличался от стиля поведения партийной элиты. Луначарский был последним советским руководителем, позволявшим себе регулярные поездки за границу на отдых. Летом часто останавливался с молодой женой в роскошной усадьбе Астафьева, которая считалась государственным музеем. Проводил больше времени в кругу творческой богемы, чем на заседаниях правительства. Все это стало причиной для упреков в буржуазности и мещанстве. В 1929 году Луначарский подал в отставку, которая была с готовностью принята. Анатолий Васильевич был слишком известен в стране и в мире, чтобы подвергнуть его открытому осуждению. Даже потеряв власть, он оставался уважаемой фигурой, получил звание академика и возглавил Институт литературы и языка. Как и в прежние годы, Луначарский много писал. Собрание его сочинений составило 8 объемных томов. Однако он все чаще прибегал к помощи диктовки. Зрение слабело с каждым днем. Лечение в Берлине не помогло. В итоге Луначарский полностью ослеп на правый глаз и согласился на операцию по его удалению. На место удаленного глаза доктора поставили искусственный, из стекла. Не меньше проблем доставляло слабое сердце. Из-за постоянного перенапряжения и стрессов к 55 годам Анатолий Васильевич не мог обходиться без нитроглицерина и ходил, опираясь на трость. В 1933 году по рекомендации врачей он попросил о переводе за границу и получил назначение на должность советского посла в Испании. По пути в Мадрид Луначарский прошел курс лечения в Париже, а затем был направлен на реабилитацию в курортный французский город Ментону. Это была его последняя остановка. Он так и не смог оправиться после очередного приступа стенокардии. Но даже перед лицом смерти Анатолий Васильевич оставался человеком с аристократическим духом. Он попросил принести шампанского. Доктор разрешил самую небольшую дозу. Увидев столовую ложку, бывший нарком брезгливо отмахнулся и сказал: «Шампанское я пью только из бокалов». Пока искали бокал, Луначарский скончался. Ему было 58. Тело кремировали. Урну с прахом перевезли в Москву и установили у Кремлевской стены.
Анатолий Васильевич Луначарский. Человек, который в самых тяжелых обстоятельствах сохранял веру в силу человеческого духа. И твердо верил, что творчество и созидание способны изменить мир к лучшему. Во всем мире его называли мистер Нет за уверенность и бескомпромиссность при ведении переговоров. Он стал дипломатом еще при Сталине, а в отставку ушел лишь в годы перестройки. Его действия во многом определили облик современного мира. При его прямом участии были приняты Устав ООН и соглашение о нераспространении ядерного оружия. Борьба за разоружение, широкое взаимовыгодное сотрудничество государств. Андрей Громыко. Он стал министром иностранных дел Советского Союза в эпоху Холодной войны и приложил все силы, чтобы эта война не превратилась в войну реальную. Андрей Громыко родился 18 июля 1909 года в деревне Старые Громыки Гомельского уезда на юго-востоке Белоруссии. В детстве самым близким человеком для него была мать, Ольга Евгеньевна. На всю жизнь будущий дипломат запомнил ее слова: «Если люди слушают не только себя, но и других, они будут счастливы. Если не так, то придет к ним большое горе». Когда мальчику исполнилось 5 лет, его отец Андрей Матвеевич ушел на фронт. В Европе бушевала Первая мировая война. Миллионы солдат гибли на полях сражений из-за того, что политики не желали слышать друг друга и договариваться. Но отец выжил и вернулся домой. В 13-летнем возрасте Андрей впервые отправился с отцом на заработки, сплавлял лес по реке. Тот рассказывал много интересного и о войне, и о далеких странах, в которых ему довелось побывать. Андрей тоже мечтал повидать мир. Мир, в котором, как он надеялся, больше никогда не случится большой войны. Окончив школу семилетку, он вступил в комсомол. Октябрьская революция дала миллионам крестьянских детей возможность выбиться в люди. Андрей Громыко, работоспособный, организованный юноша, в полной мере использовал эту возможность. В 1931 году, окончив сельскохозяйственный техникум, он отправился в Минск, где поступил в Институт народного хозяйства и стал членом партии. Именно там, в Минске, в жизни 22-летнего Андрея Громыко, произошло еще одно важное событие. Однажды вечером, возвращаясь с учебы, Громыко увидел, как двое парней хулиганского вида со всей силы раскачивают на качелях симпатичную девушку.
Мгновенно оценив обстановку, Андрей бросился на помощь и отшвырнул хулиганов. Лида, именно так звали девушку, не могла отвести взгляда от высокого, 180 сантиметров роста и красивого юноши. Моментально вспыхнувший роман привел к счастливому браку, который продлится почти 60 лет. А пока молодожены жили очень бедно, практически впроголодь. Через год у них родился первенец, Анатолий. Затем дочь Эмилия. Чтобы обеспечить семью, молодой отец семейства перевелся на заочное отделение и устроился работать директором сельской школы, а по ночам засиживался над расчетами для дипломной работы. После окончания института его направили в московскую аспирантуру. К своим 30 годам Андрей Громыко – перспективный специалист, кандидат наук, ученый-секретарь Института экономики Академии наук СССР. Кажется, что впереди у него долгая и успешная научная карьера. Но в начале 1939 года в его жизни произошел резкий перелом. Громыко пригласили на собеседование в комиссию Центрального комитета партии. Для него это стало полной неожиданностью. Отказаться было невозможно. Что его ждет, молодой ученый не знал. Дождавшись своей очереди, Громыко вошел в кабинет. Первыми, кого он увидел, были нарком внутренних дел Лаврентий Берия, начальник кадрового управления ЦК Георгий Маленков и председатель правительства Вячеслав Молотов. Перед ними стояла задача – отобрать из большого числа коммунистов тех, кто годится для работы на одном из самых ответственных участков – внешнеполитическом. В Наркомате иностранных дел, будущем МИДе, намечались серьезные кадровые перестановки. Три месяца назад представители Великобритании и Франции заключили в Мюнхене соглашение с нацистской Германией. Согласно ему, Германии отходила значительная часть Чехословакии, населенная немцами, Судетская область. Западные державы рассчитывали на то, что после этого в Европе воцарится мир. Но советское руководство понимало, на Чехословакии Гитлер не остановится. Чтобы отодвинуть сроки неизбежной войны, Сталин пошел на временное сближение с Германией. Однако большинство советских дипломатов, включая наркома иностранных дел Максима Литвинова, оказались не готовы к резкой смене курса. Тогда Сталин решил частично заменить высший дипломатический корпус. В течение 1939 года были арестованы и осуждены 5 заместителей наркома иностранных дел, 48 полномочных представителей СССР, 40 заведующих отделами, 28 глав консульских представительств. Многие из них были приговорены к расстрелу. Всего репрессиям подверглись около половины сотрудников наркомата иностранных дел. Максим Литвинов был смещен с поста наркома и отправлен в отставку. Главой советского внешнеполитического ведомства стал ближайший сталинский соратник Вячеслав Молотов. В августе 1939 года он поставил свою подпись под договором о ненападении между Германией и Советским Союзом, так называемым «Пактом Молотова-Риббентропа». Этот вынужденный шаг позволил отодвинуть советскую границу на сотни километров на запад, что сыграло решающую роль в срыве немецких планов по быстрому окружению и захвату Москвы летом и осенью 1941 года. Не менее важным следствием подписания договора стало то, что СССР выиграл время на подготовку к войне. С 1939 по 1941 годы были созданы новые образцы вооружения. Среди них легендарный танк Т-34, а также самые массовые самолеты в советских ВВС – истребитель Як-1 и штурмовик Ил-2. А тем временем на смену дипломатам старой школы приходили свежие кадры.
часто совсем неопытные, но готовые без колебаний следовать новому курсу. Одним из них стал Андрей Громыко. Ему удалось убедить высокую комиссию в своей верности партийной линии и, что немаловажно, произвести впечатление неплохим знанием английского языка. Вскоре Громыко поступил на работу в Наркомат иностранных дел, где занял должность заведующего отделом американских стран и быстро завоевал доверие Молотова. Из воспоминаний советского дипломата Андрея Александрова Агентова. С подчиненными Молотов бывал груб и резок, хотя, в общем, по-своему справедлив. Один из его помощников как-то сказал мне: «Ты знаешь, Вячеслав Михайлович нередко разносит в пух и прах за какие-нибудь ошибки заведующих отделами и даже своих заместителей. Но я ни разу не слышал, чтобы он повысил голос на Громыко. Самое большее, если скажет: а вот как товарищ Громыко мог такое пропустить, я не понимаю». Видимо, тут было какое-то созвучие характеров. Осенью 1939-го Громыко впервые встретился со Сталиным. Тот делал ставку на укрепление связей с Америкой, рассчитывая в будущем на ее помощь в войне с Гитлером, и хотел усилить советское посольство в Вашингтоне надежными людьми. Сам Громыко вспоминал, что во время той беседы чувствовал себя довольно скованно. Однако Сталину он показался подходящей кандидатурой. Вместе с Андреем Андреевичем за океан отправилась вся его семья. Жена Лидия Дмитриевна, дети Анатолий и Эмилия. Сотрудники посольства холодно встретили нового советника. В кругу дипломатов, интеллектуалов и эрудитов Громык оказался неотесанным провинциалом. Ему еще предстояло показать, чего он стоит на самом деле. Впервые это произойдет во время Второй мировой войны. Шел 1943 год. Героическая Сталинградская битва обозначила коренной перелом в ходе войны. Теперь окончательный разгром немецкой армии был делом времени. Но самые большие жертвы в войне с нацизмом по-прежнему нес советский народ. СССР жизненно нуждался в том, чтобы американцы и англичане открыли в Западной Европе второй фронт. Те откладывали выполнение своего обещания. Желая показать недовольство действиями союзников, Сталин заменил послов в Лондоне и Вашингтоне. Так Андрей Громыко в 34 года стал советским послом в Соединенных Штатах. На повестке дня стоял вопрос о первой встрече Большой Тройки – Иосифа Сталина, британского премьер-министра Уинстона Черчилля и американского президента Франклина Рузвельта. Андрей Громыко сыграл большую роль в ее подготовке. Местом встречи был выбран Тегеран. Именно там, в иранской столице, союзники договорились о сроках открытия Второго фронта – май 1944 года. После Тегерана авторитет Громыко вырос. В двух следующих конференциях Большой Тройки он уже принимал личное участие. Здесь, в Ялте и Потсдаме, были приняты важнейшие решения о послевоенном устройстве Европы. Определен режим совместной оккупации Германии. Установлены новые границы Польши. Разграничены сферы советского и западного влияния. А тем временем Вторая мировая война подходила к концу. В мае 45-го Красная армия взяла Берлин. Нацистская Германия капитулировала.
День Победы Андрей Громыко встречал в Вашингтоне. Улицы заполнились ликующим народом. Тысячи простых американцев горячо приветствовали советских союзников. Но к радости, которую переживал Громыко, примешивалось горькое чувство. Цена победы была огромна. С лица земли были стерты более 1700 советских городов, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи промышленных предприятий, 65 тысяч километров железных дорог. Человеческие потери превысили 26 миллионов. Среди тех, кто не вернулся с фронта, были братья Андрея Громыко, Алексей и Федор. Погибли и брат его жены Лидии Дмитриевны, и родственники по материнской линии. Громыко остро сознавал. Теперь, став дипломатом, он обязан сделать все от него зависящее, чтобы война больше никогда не повторилась. Создание новой международной организации, ООН, должно было предотвратить саму возможность Третьей мировой войны. ООН – Организация Объединенных Наций, создана в 1945 году с целью поддержания коллективной системы безопасности и международного сотрудничества в разных областях – экономической, правовой, социальной и культурной. Главную ответственность за поддержание мира несет Совет Безопасности ООН, в состав которого входят 5 постоянных членов – США, Великобритания, Россия, Китай и Франция, а также 10 временных членов, избираемых каждые 2 года. Совещание по разработке устава ООН происходило с августа по октябрь 1944 в Думбертон-Оксе, пригороде Вашингтона. Андрей Громыко возглавил советскую делегацию. В ходе совещания на нем лежала важная миссия – убедить западные страны принять принципы управления ООН, которые предлагала Москва. Благодаря непреклонности Громыко в устав было внесено право вето. Право вето или принцип единогласного голосования. Согласно этому принципу, Совет Безопасности ООН принимает решение только в том случае, если за него проголосовал каждый из постоянных участников. Для того, чтобы отклонить решение, достаточно даже одного голоса против. Благодаря принятию права вето, Советский Союз получил возможность защитить свои права, даже будучи в меньшинстве. Оно действует в ООН до сегодняшнего дня. Во время переговоров западные коллеги отметили бульдожью хватку Андрея Громыко. 26 июня 1945 года на конференции в Сан-Франциско он поставил под уставом свою подпись и стал первым постоянным представителем Советского Союза при ООН. За частое использование права вето Громыко получил в западной прессе свое первое прозвище – «Мистер Нет». Но было и другое – «Мистер Голос». Репортажи из заседаний ООН часто передавались по радио. Вскоре в американских газетах появились статьи о том, что глубокий и размеренный баритон советского представителя заставляет сердца американских женщин биться чаще. Каждое полезное начинание, идущее в этом направлении, всегда встретит понимание и активную поддержку со стороны советского правительства. Журнал «Тайм» писал о Громыко как о человеке, который выполняет свою работу на уровне умопомрачительной компетентности. И в то же время все чаще появлялись такие характеристики. Андрей – волк, робот-мизантроп, человек без лица и даже современный неандерталец. Суровый и бескомпромиссный на работе, дома он был нежным мужем и любящим отцом. Рассказывал дочке на ночь сказки, которые сам же придумывал.
а когда сын отказывался есть манную кашу, предлагал сыграть в игру. Представь, что тарелка с кашей – это французы, а ты – Кутузов. Кто победит? Это всегда срабатывало. Конечно, основные обязанности по воспитанию детей легли на Лидию Дмитриевну, которую Андрей Андреевич называл своим домашним госсекретарем. Но и она, будучи женой дипломата, вела общественную деятельность. Во время войны организовывала концерты, средства от которых шли в фонд помощи раненым бойцам Красной Армии. В Америке сложился стиль одежды, которого Громыко придерживался всю жизнь. Строгие пальто, шляпы. Темные или серые костюмы, как правило, из английской ткани. Синие галстуки. Когда была возможность, водил детей на пляж. Но сам, отличный пловец, ни разу не окунулся в Атлантический океан. Говорил, что не подобает официальному лицу показываться в трусах на публике. Громыко понимал, что репортеры могут застать его врасплох где угодно и использовать информацию во вред ему, а значит и государству, которое он представляет. Тем временем отношения между Советским Союзом и Америкой становились все более напряженными. Первая туча пробежала в Потсдаме в июле 45-го. Во время встречи Большой Тройки новый президент США Гарри Трумэн по секрету сообщил Сталину о том, что американские ученые провели успешное испытание атомной бомбы. Спустя месяц после подписания устава ООН весь мир узнал о том, какой разрушительной силой обладает новое супероружие. Андрей Громыко смотрел кадры хроники из Хиросимы и Нагасаки в Вашингтонском кинотеатре. Рядом с ним сидел сын Толя. Из воспоминаний Анатолия Громыко. «Отец взял мою ладонь в свою. Он молчал, как, впрочем, и весь кинозал. В этой гробовой тишине прозвучали лишь несколько жиденьких хлопков, да невнятный свист. «Ну, жахнули!» Вдруг услышал я какой-то незнакомый мне сдавленный голос. «Ну, жахнули!» Повторял отец снова и снова. Он, похоже, даже забыл о том, что находится в кинотеатре. Больше отец не проронил ни слова. И домой, в посольство, мы возвращались молча. Уже через две недели после бомбардировки Хиросимы в СССР был создан специальный комитет по созданию советского атомного оружия. «29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне прошла испытание атомная бомба РДС-1. Став второй в мире ядерной державой, Советский Союз обеспечил свою безопасность. Холодная война, принципиальное противостояние коммунистической и капиталистической систем, набирала обороты. Считается, что начало холодной войне положила речь, прочитанная бывшим британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем в Вестминстерском колледже в американском городе Фултоне 5 марта 1946 года. Черчилль объявил коммунистическую идеологию главной угрозой свободному миру. Тезисы Черчилля заложили основу антисоветской доктрины, согласно которой главной целью американской внешней политики являлось изменение социального строя в СССР. Официальная советская позиция, напротив, предполагала мирное сосуществование между социалистическими и капиталистическими государствами, основанное на равновесии сил.
1949-м, спустя три года после Фултонской речи, под эгидой США будет образован Североатлантический альянс – НАТО, направленный на предотвращение советского влияния в Европе. В 1955 году страны социалистического лагеря – Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания, ГДР и Советский Союз – подпишут Варшавский договор и создадут военный блок в противовес НАТО. Холодная война продлится несколько десятилетий и завершится с роспуском организации Варшавского договора и последовавшим распадом Советского Союза. Андрей Громыко вместе с семьей вернулся на родину. В 1949 году он стал заместителем министра иностранных дел. В те дни Коммунистическая партия Китая под руководством Мао Цзэдуна одержала победу в гражданской войне. Была провозглашена Китайская Народная Республика. Отношения с восточным соседом приобретали для СССР колоссальное значение. В МИДе был подготовлен документ, зафиксировавший курс обмена китайского юаня на советские рубли. Решив, что не стоит беспокоить Сталина по такому мелкому вопросу, Громыко поставил под документом свою подпись. Сталин, который лично курировал отношения с Китаем, назвал это вопиющим превышением полномочий. Кому-нибудь другому такое самовольство могло стоить свободы, но Громыко в качестве наказания был лишь снят с должности замминистра и отправлен послом в Лондон. В почетной ссылке он работал над докторской диссертацией и уже подумывал об окончании дипломатической карьеры. Все изменилось в марте 1953 года. Сталин умер. Начинался новый период советской истории. Страну возглавил Никита Хрущев. С успехом строить коммунистическое общество! Идет вперед к коммунизму! Хрущев не слишком доверял профессиональным дипломатам и часто позволял себе смелые импровизации. Вы все-таки умные люди, и вы должны понимать, с кем вы дело имеете. Так, в ноябре 1956 года на приеме в польском посольстве в Москве он обратился к представителям западных стран со словами: «Мы вас похороним». Это была фигура речи. Хрущев имел в виду, что социализм, как более прогрессивная общественная система, рано или поздно одержит победу над капитализмом. Однако иностранные СМИ вырвали эту фразу из контекста, и теперь она звучала как прямая военная угроза. Громыко, который в 1957 году занял пост министра иностранных дел, считал, что важно не нагнетать напряженность в отношениях с Западом, но не осмеливался возражать Хрущеву. А тот, уверенный в своей непогрешимости, вел себя все более непосредственно. В 1960 году, возглавляя советскую делегацию в ООН, Хрущев решил выразить свое недовольство выступлением британского премьер-министра Гарольда Макмиллана. К изумлению сидевшего рядом Громыко, первый секретарь достал из-под стола ботинок и в знак протеста начал стучать им по столу. Сначала Андрея Андреевича даже посетила мысль, что Хрущеву стало дурно. Что делать в такой ситуации? Опустив глаза от стыда, министр Громыко поддержал главу делегации. Еще минуту стучал по столу кулаками в такт ударом ботинка. Позже сын Анатолий скажет Андрею Андреевичу, что благодаря одному этому случаю Хрущев навсегда вошел в историю. Громыко ответит:
Лучше быть забытым, чем прослыть дураком. Главным следствием холодной войны стала гонка вооружений. В начале 60-х Советский Союз опережал Америку в космической программе. Однако Соединенные Штаты имели значительный перевес в стратегических ядерных силах. Они имели на вооружении около 6 тысяч боеголовок. Советский Союз — не более 300. В 1961 году Соединенные Штаты разместили в Турции 15 ракет средней дальности «Юпитер» с радиусом действия 2400 километров. Они напрямую угрожали европейской части СССР, включая Москву и другие промышленные центры. Сложилась крайне опасная ситуация. Хрущев решил принять ответные меры. Кубинский лидер Фидель Кастро, взявший курс на построение социализма, опасался американского вторжения. Он давно просил советское правительство о военной помощи. Теперь время пришло. Советские ракеты с ядерными боеголовками отправились на Кубу. В ходе операции под кодовым названием «Анадырь» к октябрю 1962 года на Кубу было доставлено более 40 тысяч советских военнослужащих, 40 истребителей МиГ-21, 42 бомбардировщика Ил-28, зенитно-ракетные комплексы С-75, а также 36 баллистических ракет средней дальности Р-12, включая головные части ракет с ядерными боезарядами. Они могли за считанные минуты достичь американского побережья. Операция проходила в условиях строжайшей секретности. Военнослужащие были уверены, что их направляют на Чукотку. В случае опасности захвата корабли приказывалось затопить. Громыко опасался, что размещение советского ядерного оружия на Кубе приведет к непредсказуемым последствиям. Но Хрущев был уверен, американцы не пойдут на серьезный конфликт. А тем временем советники президента Джона Кеннеди уже предлагали провести на Кубе полномасштабную военную операцию. Разразился Карибский кризис, который едва не привел к началу Третьей мировой войны. Восемнадцатого октября Андрей Громыко и посол Анатолий Добрынин спешили в Белый дом на встречу с Джоном Кеннеди. Согласно указаниям Хрущева, Громыко отрицал, что на Кубе присутствует советское наступательное вооружение. Он имел в виду, что ракеты были размещены с целью обороны, а не нападения. Кеннеди, не вдаваясь в эти тонкости, решил, что советский министр хочет его обмануть. Из воспоминаний Анатолия Добрынина. Беседа изобиловала резкими поворотами, недоговоренностями. И Кеннеди, и Громыко нервничали, хотя внешне старались этого не показывать. Позже Громыко назовет эти переговоры самыми сложными в своей жизни. На прощание стороны обменялись рукопожатием, но в глазах президента читалось недоверие. Дальнейшие события развивались стремительно. Двадцатого октября на Кубе была объявлена боевая тревога. Советские воинские подразделения готовились к отражению возможных ударов со стороны США.
22 октября Джон Кеннеди выступил по телевидению и сообщил о том, что на Кубе находятся советские ракеты. Американских жителей охватила паника. Тысячи людей покидали страну. В сторону мексиканской границы потянулись многокилометровые автомобильные очереди. 24 октября 180 американских военных кораблей окружили остров. Им был дан приказ не пропускать советские суда. На тот момент в сторону Кубы шли около 30 советских кораблей, в том числе с новыми ядерными боеголовками и ракетами на борту. Капитаны получили инструкцию не подчиняться требованиям американцев. 25 октября единственный раз в истории США боеготовность вооруженных сил была повышена до второго уровня. Следующий уровень, первый, означал бы начало войны с использованием оружия массового поражения. В субботу, 27 октября, обстановка накалилась до предела. Над Кубой был сбит американский самолет-разведчик Ю-2. Погиб пилот Рудольф Андерсон. Фидель Кастро ждал, что американцы вот-вот вторгнутся на Кубу, и просил Хрущева нанести превентивный удар по США. Мир был на волоске от гибели. Утром 28 октября в Кремль пришло сообщение от Джона Кеннеди. Он предлагал советской стороне вывести с Кубы системы вооружения в обмен на прекращение морской блокады и гарантии ненападения на Кубу. Хрущев поставил дополнительное условие. Американцы должны вывести свои ракеты из Турции. Кеннеди согласился и на эту уступку. Карибский кризис разрешился. Наконец, мир мог свободно вздохнуть. Однако соглашение о вывозе американских ракет из Турции осталось секретным. В глазах всего мира Советский Союз был проигравшей стороной. Высшее руководство было недовольно результатами политики Хрущева. В октябре 64-го он был смещен с партийных и государственных постов и отправлен в отставку. Страну возглавил Леонид Брежнев. Что я сделаю все возможное, чтобы выполнить ваш наказ, оправдать ваше высокое доверие. Во время его правления советский политический курс стал более стабильным и предсказуемым. Началась политика разрядки международной напряженности. В этом была большая заслуга Громыко, который поддерживал с Брежневым дружеские отношения и оказывал на него заметное влияние. В те годы страх перед атомной войной был повсеместным. На случай ее наступления рылись укрытия с запасами пищи, строились бункеры и бомбоубежища. В школах проводились уроки гражданской обороны. Однако в случае реальной атаки все эти меры вряд ли могли кого-то спасти. Расчеты показывали, только в первые часы атомной войны жертвы будут исчисляться десятками миллионов, а в следующие несколько недель наступит ядерная зима, и весь остальной мир погибнет. Андрей Громыко не менял своих взглядов и считал главной задачей дипломатии предотвращение ядерного апокалипсиса. Именно Громыко стоял у истоков двух важнейших международных договоров, которые действуют до нашего времени. 5 августа 1963 года СССР, США и Великобритания подписали в Москве договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.
Сегодня участниками договора является 131 государство. 1 июля 1968 года в Москве, Вашингтоне и Лондоне был открыт для подписания договор о нераспространении ядерного оружия, согласно которому право на владение ядерным оружием имеют 5 государств – СССР, а с 1991 года Российская Федерация как его правопреемник, США, Великобритания, Франция и Китай. Договор подписали все страны мира, кроме Израиля, Индии, Пакистана и КНДР. Каждый, кто всерьез задумается над этим, не сможет не признать, что от разоружения выиграют все страны, все народы. Сегодня положение этих договоров кажутся чем-то естественным, само собой разумеющимся. Но их подготовка потребовала от Громыко долгой и кропотливой работы, согласования позиций и формулировок, упорства и умения идти на компромиссы. А в итоге наша планета стала гораздо более безопасным местом для жизни. Андрей Громыко годами работал над тем, чтобы растопить лед недоверия в отношениях с Западом. Дипломатия – чрезвычайно тонкое искусство. Чтобы достичь результата, одной лишь доброй воли недостаточно. Нужно понимать скрытые мотивы собеседника и умело использовать его слабые стороны. И Андрей Громыко в полной мере овладел этим искусством. Он тщательно готовился к каждой встрече. Досконально изучал суть вопроса и личность человека, с которым предстояло вести переговоры. Добиваясь уступок, мог продолжать беседу часами. Всем своим видом Громыко показывал, ему торопиться некуда. А в конце переговоров подводил четкий итог, не допуская никаких неопределенностей и колебаний. Ведь на кону стояла безопасность планеты. Одно из важнейших достижений Громыко начала 70-х годов – подготовка договора об ограничении стратегических вооружений – ОСВ-1. Этот договор установил количество советских и американских баллистических ракет и пусковых установок на том уровне, на котором они находились к маю 72-го года. Но настоящим триумфом дипломатии Громыко стало заключение Хельсинских соглашений. Этот документ значительно снизил возможность большой европейской войны. Его подготовка заняла 10 лет. Хельсинские соглашения или заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе были подписаны с 30 июля по 1 августа 1975 года главами США, Канады, а также всех европейских государств, кроме Албании. Включают в себя систему договоренностей международно-правовой, военно-политической, экономической и гуманитарной областях. Главными из них стали закрепление территориальных итогов Второй мировой войны и утверждение принципа нерушимости государственных границ. У этого документа была и обратная сторона. По настоянию западных стран в текст соглашений были включены пункты, гарантирующие соблюдение прав человека, свободу передвижения, контактов, информации. Это было угрозой советскому политическому строю. Однако Громыко убедил руководителей государства. Ради того, чтобы исключить возможность новой европейской войны, можно согласиться на любые условия. Ведь контроль за выполнением гуманитарных обязательств в конечном итоге оставался в руках советского правительства. А оно самостоятельно будет решать, какие права предоставить своим гражданам. В апреле 78-го разразился очередной международный скандал. Выяснилось, что крупный советский дипломат Аркадий Шевченко уже несколько лет сотрудничает с американскими спецслужбами и снабжает их секретными данными. Для Громыко это стало тяжелым ударом.
Ведь Шевченко был для него близким человеком, в прошлом его личным советником. Забота о мире является главенствующей. Никакие... Полгода спустя Громыко выступал на трибуне ООН. Не могут заслонить общую для всех народов необходимость сберечь мир, предотвратить ядерную катастрофу. Неожиданно он побледнел, не смог договорить начатую фразу, покачнулся. К нему немедленно подбежали врач и охранник, подхватили его под руки и увели. Доктора предположили, что причиной обморока стал перегрев организма. В зале было душно. Так или иначе, через полчаса Громыко снова вышел на трибуну. Как всегда, собранный, четкий, невозмутимый. И продолжил свою речь ровно там, где остановился. Не применять первым ядерное оружие. Это обязательство вступает в силу немедленно. И тут весь зал встал со своих мест и устроил Громыко овацию. Это был искренний порыв, дань уважения человеку, которого многие и друзья, и враги называли крупнейшим дипломатом 20 века. Сам же Андрей Андреевич по-прежнему был скромен в быту и фантастически работоспособен. Допоздна засиживался в кабинете в здании МИДа на Смоленской площади. Часто брал работу на дом. В свободное время любил читать. Из русской классики предпочитал Льва Толстого. Ел самую простую пищу, солдатскую, как он ее называл. Алкоголь практически не употреблял, дипломату не положено. Зато любил чай с вареньем и сушками. По вечерам гулял по дачному парку. Во время прогулок беседовал с сыном Анатолием, который стал известным ученым и дипломатом. Летом, чтобы восстановить силы, с семьей уезжал в Крым. Все это время Лидия Дмитриевна была рядом с мужем. И дома, и за границей. Поговаривали, что именно от нее зависит решение кадровых вопросов в министерстве. Правда это или нет, неизвестно. Но то, что Громыко всегда исходил из государственных интересов, ни у кого не вызывало сомнений. Он не терпел некомпетентности и расхлябанности, и своим подчиненным казался педантом. Таким он и был, человеком строгого распорядка, консерватором даже в мелочах. В декабре 1979 года Андрею Громыко пришлось принимать одно из самых сложных решений в его жизни. В соседнем Афганистане возникла угроза установления проамериканского режима и, как следствие, размещения американских ракет на границе с СССР. Андрей Андреевич поддержал решение правительства о введении советских войск в Афганистан. Это привело к затяжной войне и ухудшению отношений с Западом. Начинался новый виток гонки вооружений. Тем временем скончался генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов. Его место занял Константин Черненко, пожилой, тяжело больной человек. Громыко понимал, в стране нужно что-то менять. Он решил поддержать молодого энергичного Михаила Горбачева. Однако новый генеральный секретарь не стал прислушиваться к советам министра и отстранил его от внешнеполитических дел. Началась эпоха перестройки и нового мышления. Горбачев решил, что старые методы советской дипломатии должны остаться в прошлом. А по мнению Громыко, Горбачев слишком доверял Западу. Второго июля 1985 года Андрей Андреевич покидал свой кабинет на Смоленской площади. Тихо, без шума. Он возглавлял Министерство иностранных дел 28 лет. В советской истории это рекорд.
Взамен Громыко получил почетную, но по сути декоративную должность председателя Президиума Верховного Совета. Однажды на рассвете, лежа в своей постели, Андрей Андреевич почувствовал сильную боль в животе, но не стал беспокоить родных. Врачей вызвали только утром. Оказалось, той ночью Громыко пережил разрыв брюшной аорты. Незадолго до кончины он сказал сыну: «Толя, нельзя унывать. Физически люди умирают, духовно – никогда». Андрей Громыко умер 2 июля 1989 года, не дожив 16 дней до своего 80-летия. Похоронили его на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой матери и брата. От захоронения у Кремлевской стены Лидия Дмитриевна и дети, Анатолий и Эмилия, отказались. С тех пор прошло 3 десятилетия. Но до сегодняшнего дня Андрей Громыко остается для российских дипломатов живым примером. Человеком, который, как никто другой, умел твердо защищать интересы своего государства. Подводя итоги своей жизни, Громыко написал 2 тома воспоминаний. Часть гонорара за английское издание перечислил в фонд поддержки сирот и детей-инвалидов. Западные читатели ждали от мемуаров мистера нет сенсационных откровений. Но Громыко не раскрыл ни одного государственного секрета. Да и сам по-настоящему не раскрылся, так и оставшись для многих загадкой.